кеков, чебуреков. Где больше всего кеков? А что у меня с битрейдом? Мы разгонимся или не разгонимся? Всем привет, всем здрасте. С вами я, Екатерина Пряникова, и у меня шут низкий битрейд. Приехала тут, блин, заявилась. А у меня с интернетом проблемы. Да, нежданчика. Так. Так, я переподключила вроде вафлю. И у меня битрейт шикарный теперь. Сейчас я попробую к ребятам вернуться. Вставить, присоединиться. Хорошая игра фазмофобия. Покупал по призракам, получил кучу мини-игр. Так, я не знаю, вроде бы все... Все восстановилось, и на Ютубе в том числе. Какой вопрос? Чё? Она у тебя в воздухе просто ударилась обо что-то? Да. Кто, я? Да, ты. Могу, умею, практикую. Так, ну... Какой же доской кидаемся? Да? Ладно, хорошо, значит... Я хочу снова сделать... Всем привет, всем здрасте, с вами я, Екатерина Пряникова. У нас были небольшие технические неполадки с моим Wi-Fi, но... Технические, они шоколадки. Что? Технические шоколадки. Шоколадки? А, да. Не неполадки, а шоколадки? Хорошо. Так, значит... Пропуска по кадрам нет, битрейт отличный, все хорошо, все нормально. Я вернулся. Вот так вот я делаю, всем вот так вот делаю. Делаю. Значит, со мной мальчики сегодня. Вы мальчиков знаете уже. Я думаю, что уже их представлять не надо. Мальчики, поздоровайтесь. Всем привет. 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 А что он не кидается? А, на квест. Все, кто не понял, вдруг это Саша, опа. Влад и Артемка. Все, мы все в сборе. Да, это мы. Они тут кидаются, играют в игру, разминаются. Я предлагаю закупаться. Призрак начинает охоту, тем временем мы с благовониями. Перекидываемся друг другу благовония. О, нет, он идет ко мне, Влад, лови. Ой, мне наоборот, блядь, к тебе идет, лови. Так бы я умер уже давно. Я думаю, тут можно взять таблеточки просто вот так. То есть вы собираетесь у меня экспериментировать с благовониями, когда... А, с таблетками или благовониями? Подождите. Можно, конечно, попробовать с благовонием. Я буду оператором, а вы будете подопытными. Раз, два. Блять! Да? Влад! Что? Да. Блять, что? Я не знала, что. Я не знала, что. Я не закупился. А кто закупился? Ну-ка признавайтесь, кто закупился? Не знаю. Неужто дядя Саня? Ну, немножечко так. Немножечко Саня закупился. Даже надо больше благовония. Вот такую одну фигню. Покупай. Трать свои деньги. Вот такую одну фигню. Вот такую фигню. Все добавить. Все. Усё. Все. Не зря ж мы в прошлые выходные фармили. Здрасте. Привет. Ага. Сколько раз померли? Отлично фармили. Да. Много раз померли? Да почти всегда. Это потому, что вы без меня играли. Я только сегодня это наткнулся на тот момент, где ты... Если что, я пожертвую собой и в шкаф. Блин, класс. А в какой дом пойдем? Нихуя! Они идеально падают, гравитация. Эй, гравитация, вы моя, куда пойдем? Случайно выбор? Я поставил меточку. В психушку пойдем? Сейчас и хоп, и психушку. В школу. Ставлю на школу. А у нас сложность, что за любитель, это что такое? А у нас Влад хостик.
А что за условия у него теперь интереснейшие? Я профессионал поставил, все. Профессионал? А что было любитель? Сам легкий, который? А, тю, это пустяк вообще, нам такое не надо. Самый легкий нам не надо, мы уже на опыте, товарищи. Умирать так на профессионале. Ну что, первая катка, как обычно, 3 часа у нас загружается. Я теперь переживаю по битрейту, буду постоянно палить свой битрейт. Да, у нас снова охота на призраков. Будем гонять бабаек и делать им кусь. Может, и не только кусь. Посмотрим по обстоятельствам, по ситуации и по настроению в общем и целом. Так, я загрузилась. Ожидаем Влада. Тара-та-та-та-та-та-там-там-тара-та-та-та-та-та-там. Хей! Хорошо, мы все загрузились. Спугнуть призрака благовонием, AMP. Мазафака. PPP? Да. Так, ребят, я сегодня буду это... Чё? Более смелый. Более смелый? Он будет смелый, ловкий, умелый. Может, он соло пойдет один? Может и такое быть. Кря-кря, привет. Может это... Так, как фонарь. У тебя дела? Так, догоняй. Я да. А что я хочу? Соль питерскую возьму. Соль бери, я взяла благовоние. Для жителей Петербурга. Вдруг он сейчас как скажет в доме жутко страшный призрак, как выйдет? Что сказать? Повтори. Не-не-не, я уже не скажу, я уже зашла в дом. Я просто... Влад, где призрак? Коробка, что-то доставка была у них какая-то. А пустая. Сожрали все. Сожрали все уже. Спешки. Ой, я нашла плоскогубцы для пытки людей. Это не плоскогубцы. А что это? Кусачки какие-то. Кусачки. А это свет, электричество включило? Это вот так, да? Он есть свет? Есть свет? Ну если зеленым, значит есть. А, да? Зеленый. Но она просто не сразу загорается. Зеленый. Есть свет. Вот, есть свет. Ну что, расскажешь, Катя? Что рассказать? Где была? В рации это рассказывай, чтобы мы все слышали. Рассказываю в рации, что бабайка тоже слышала. Где была Екатерина Пряникова? Почему-то мне холодно. Показалось... Минус, что ли? Минус? Минус, да. Минус. Сейчас иду. Мне тоже так Радостник, показалось. Радостник, опаздываешь. Минус, минус. Минус, минус. Улика. Так, хорошо. Екатерина Пряникова была у родственников. Екатерина Пряникова была у родителей. 5 минут. Вот так вот. А значит, что еще? 5 минут это дорого стоит. Да, очень дорого. Что еще? Я думаю, как подвести к моменту того, что... Активность семерочка. А, если что, я... Она включила тут что-то. Она включила. На радио включила. Его надо сфоткать же или про MP проверить? MP. Короче, у меня появился железный конь. Вот. О. Классный? Да. Окно трогало. А где ласточка красная? Пока что еще со мной. Но я ее буду продавать. Плакать будешь? Обязательно. Вот. Вкратце все. Да. Так скучно. Очень скучно. Не верю. Не, ну я вчера... Вчера я ездила месить говно на своей новой машине. Ну, это
Да, у меня же полноприводная теперь ласточка. Ничего не страшно. Да, можно говно месить. Ну, подождем зиму. Зимой покажешь себя. Да. А у нас два термометра, да? Я так понял. Она наступила в соль. Вечер прощания будет определенно. Так, на зоне одного предмета. Это не термометр положила, нет? А, ну ладно, ладно, что пока мы его не нужен. Ну пока что, пока призрак, если у него место. Он же может сменить место ведь? Может, по-хорошему. Да. По-хорошему. А если по-плохому? А по-плохому? Что-то цыкат на мне? Что-то я как-то... Ну тут как-то, да, страшно. Но я еще с благовонием. Так, как там крест ну-ка. Лежит? Блять, меня маленький террорист атакует. Сейчас, секунду, я радио выключу. Спасибо. Тебе отметили радиоприемник? Что-что? Был радиоприемник. Да-да. Раз, два, три! Жутко и страшно! А, ты пиздюк. Ничего не знаю. И все очканули, побежали. Ты дверь закрыл? Все. Ай, не прокатило. Я знаю, как она закрывается, когда охота начинается. Она так и шлепает, так шлеп. Шлепает, да. А так смотри, шлеп, шлеп, шлепнула. А вот тебе и шлеп. Она запоздала, поняла, что ты сказал, жутко страшно. Так, ну я крестик возьму на всякий случай. Еще один? Ну возьми, там один уже бросили. Ну, нужно, конечно, да. Ой, а у нас, смотрите-ка, у нас рассудок прям сильно под упал. А у нас по заданию что, ничего? О, Влад! Алло. Влад? О, я не могу открыть. Ну вот. Я пришла и тебе помогла. Но она все еще здесь, как я понимаю. Да. Или да? Только распятие не сработало. А крест не сгорел? Нет, не сгорел. Нет, а как она тогда охотиться начала? Давай я еще кину вот сюда один на всякий. Тут что-то летело, я так и не понял, что тут пролетело. Сейчас. Так, сейчас я как микрофон, блядь, бахнул. О, прям по центру комнаты. Твою мать. Тихо-тихо. Понятно, вот. Пока. Пока. А подождите, а как? А он видел, куда мы забежали. А, я думал, Влад умер. Саня это, Саня забежал за мной, но призрак был у него на хвосте, и он видел, как... Саня был у него на хвосте. Ё-моё. Досадно. Был пацан. И нет пацана, благовоние я просрала. А, ты выстрелила? Так еще два у нас. Да. Не забудь про таблеточку. Да, сейчас выпью. Вот так вот. Ой, а что... Саня же закупался, Саня закупался. О, у нас фотка призрака есть. Смотри-ка. Да кто? А кто это сделал? Это Влад сфоткал. Влад, это ты сфоткал? Призрака, да. Выпишите ему премию. Вообще премию в тройном размере. А Сани посмертную. Посмертную, так, да. Что там по камерам? По камерам. Дайте по камерам. Опа, опа. Привет. Что там было? Поездочка, огонь. Интересного ничего нет? Ребята, я, кстати, племяннику, блин, купила офигенский нерф на 25 пуль. Вот таких, блин, вот с такой круглой этой штукой. Пулемет, да, целый? Да, прям пулемет. Я такая, ну, Андрюша, да?
И он такой просто Трюша. Взял, как сидел в телефоне, играл, так и дальше играл. Я говорю, ты хотя даже бы... глазом не маркнул. Да, я говорю, ты хотя бы распакуй, что ли. Он так нехотя начал распаковывать. Ну, я понимаю, если бы ты ему iPhone 14 подарил. Вот видимо, тогда, видимо, 9-летним уже iPhone 14 надо, да. Ну, и, скоро 15-й, кстати... надо подождать. Да-да-да. И, кстати, я в синем. Я не в черном, я в синем. Так что не это надо. Синее? Тут... Значит, да. Я дальтоник. У меня синее. Просто из-за того, что нет света, кажется, что лапочка, черное. Лапочка. Не передает. Нихуя не вижу по камерам. Кресло сам не огонька. Был доволен. Кресло? Кресло-качалка? Да, кресло. Не знаю, какой муж комплюхтер. А, Кость? Забирай ее, вместе потом поедем. Суп сварим. Дайте слушать. А Влад идет к нам. А он же здесь. Ты не, иди дверь открой, ты чё? А, кстати, а фото... О, это что это? Что это? Что это внизу там? Пишет, пишет в блокноте, пишет в блокноте. Пишет, написала в блокноте. Саня, в блокноте написала. Это Морой, а получается. Это, у нас второго фотика нет, что ли? Ну, Саня не купил, да. Нет, получается. Ясно. Тогда я иду обратно за Костю, доедаю. Доедать Костю идешь? За фотиком я вернусь. С тобой. А с нами поделишься? Надо сблаговонить. Ну, у нас еще Саня целый есть. Саня мертвый. А Кости поживая. Кость, ну... А, вот Кость, вот. Надо... Она большая? Она да. Такая маленькая? Нет, но она большая. О, свет. Все, домой едем? Подождите, а призрака покошмарить не будем? Благовонить? Ну, так скажи. Ну, чё скажи? Скажи. Чё скажи? Походи. Имя, назови имя его. А, так стойте, так давайте, мы его стригернём. А как его имя? Джейсон Левис. Ага. Джейсон Левис. Надо, чтобы... Приятного аппетита, Влад, кстати. Не, я... Это, бафался. А-а-а. Плюс 5 к скорости. Да. Джейсон Левис! О, где? Вот он только что стоял. В коридоре стоял. Во, ёптать. У кого не помню, да, зажёг? Я не зажгла. А у меня нет ничего, кстати. Значит, показалось. Можно домой идти? Подожди, мы ничего не сделали же. Что делать-то? Спугнуть и сбежать от него. О, он тут наступил, он сменил, наверное, место дислокации. Да, он сменил. Скорее всего, после смерти Сани. Что он делает? Что? Чем мы слабее, тем он сильнее. То есть чем меньше раз тут, тем он скорее всего быстрее, наверное, не знаю. Я ему включила свет. О, а подожди-ка, крест загорелся в его комнате дважды, блядь. Светится имя твое. Все? А где Владик? Все живы? Владик? Кто где прятался? Я прям в комнате так, сидела. Похуй. Я там за дверью села сикать. Ну и за пуфик сел, мне заебись. Вот вопрос. Ой, сработало, ребята, сработало. У меня получилось. Ну, все. Все живы. Ура. Может, Саня сейчас сидит такой, ну да. Кроме Сани. Саня тоже денег дадут. Кроме Сани. А да, блин. Жаль. Все, заводи этот шарманочек. Все, поехали. Фух, я там сикнула за дверью. Ха-ха-ха.
надо же, мы угадали призрака. Какая неожиданность. Сколько денег? Сколько денег? Кому сколько денег дали? Мне дали 275 денег мне дали. 325. Ну да, ну да, соточка. Давайте тогда все вместе зарплату сложим и поровну поделим, ага. Давайте. В общак скинем. Нихуя тут целый набор скелетов. Ого. Тут уже человек, пятый игрок. Где, подожди. О, нифига себе! Это вы без меня столько насобирали? Или чё? Это, кстати, Саня почти получился. Получается, сравниваете там. Ушёл купаться, давай, легкого парня. Какая конкретно кость у тебя болит? Показывай. Где? Где болит, да. Блин, бобо. Офигеть! А что за банка? А, это обезьянья лапа. Банка? Шкатулка, карты, зеркало. Подождите, а еще что там? Какой-то еще один артефакт должен быть, да? Свечей нету. А, круг призыва тебе надо найти, получается. А это что за пустые полки? Зачем они нам? Коминсун написано. Да. Понятно. Поменял ник StarCraft 2. Почему поменял ник? Из-за чего? Причем тут ник? Это зачем мне StarCraft, пояснение. А? При чем тут StarCraft? Артанис. Это из StarCraft? Влад, я не шарю StarCraft? В играх. Я не знаю. Ты играл в StarCraft? Кто играл в StarCraft? Ни разу. Кто? Выясняем, кто играл в StarCraft. Давайте. Ну я. И ну-ка говори. Чё? А чё говорить-то? Почему он никнейм сменил? Я такой знаю. Нет, персонаж. С именем, с таким. Артанис, Артанис. Это ж персонаж какой-то. Я не знаю, не помню. Я давно играл. Это было в 98-м году, отстаньте. В 98-м? Да. Офигеть. StarCraft 2 не настолько старый. Подожди, Артём, ты обманываешь, получается. Подожди, в каком году StarCraft вышел? Второй StarCraft, причем. А, мы про второй, ну в 2008, значит. В 2008? В 2009? В 2008, в 2009. Там. И то он там был разделен на три части. Ты играл в них? Ну, у меня есть, но еще не играл. Кто закупается? Я не знаю. Я. Саня, не... Есть StarCraft Remaster? А, ну да, это первая часть. Так, так, так. Подожди-ка, дай-ка я вообще загуглю, что это визуально такое. Это стратегия. Так. Так, так, так. Так. Картинки. Там красивые тяночки есть. А, я поняла. Тебе должно понравиться. Я поняла, что это. Там чеки это. Пиу-пиу делать. Строить, делать пиу-пиу, захватывать других. А. Прохождение космических рейнджеров. Кого? Ого, не надо. Не ведись, не слушай его. Ты про что? Каких рейнджеров еще вдруг? Космических. Это что такое? Космосим? Зачем космические рейнджеры нам? Так, я закупился. Артемка закупился. Там можно... Это Starfield на минималках. Ему сказать. Ну, лучше тогда Starfield купить лучше. А Starfield это про что? То же самое, только от беседки. Это хороший вопрос, она еще не вышла. Это Oblivion в космосе. Вы хотите меня в стратегию, что ли, какую-то затащить или что? Не, это не стратегия, не. А во что вы меня хотите затащить? В Oblivion. Я говорю, не слушай их, они это, троллируют. Они надо мной издеваются? Ты же знаешь, что такое Oblivion? Что это такое? Понятно.
Кажется, Катя над нас трейлирует. Мы едем уже, господа хорошие? Ну, я рейди. А, я поняла, вы про что они. Но я в это не играла. Да, у меня большой бокал, и там вода. У меня вода и чай есть. Бонжур. А пиво у Влада. Ей бокал, мне пиво. Да. Ой, сфотографировать призрака надо, Влад, у тебя получится. Ой, блядь, я штатив забыл. Ну ладно. Ой, как тебе не стыдно. Ну ладно. Нам желают удачного стрима, ребят, спасибо. А вы видите, дверь висит? Вообще. Дверь. Нет, когда мы в лобби были. Кто, я? Я ее открыл, она исчезла. Так, надо что-нибудь взять ведь с собой. Вот так. Вижу, что вижу. Забвение, нет. Та-та-та-та. Нет, а... А вдруг они не про фильм? Двери открытые. А что такое? Там двери нет. А дверь где? Потеряли. А если будет двери охота? Охота вот хороший крепкая. Вопрос. Я хочу проверить. Но она появится. Точно? Точно. Она появилась там вверху в прошлый раз так. Но она в прошлый пас. Раз появилась, обратно вернулась домой. Улица. Кстати, термометр. Да, EMP да, да. Есть. Привет. Термометр. Тепло. Это мой первый ректальный термометр. А они... тут мы срём. Они про игру, да, говорили. Горячо срём. Горячо срём? Тепло там, да? Вы а что? Тут нажрём. Вы что там какие глупости говорите? А тут мы дро... Ой. А тут топор есть, если что. Шаловливые ручки пидрезать. Пидрезать? Наверное, на втором этаже. Просто это та же самая карта, нет? Нет. Нет, это другой дом. Это который... Кость. Кость! Ну вот, забирай. Ой, смотрите, что приключилось. Вы видите топор в стекле, в зеркале? Кто-то забыл накраситься перед тем, как в зеркало смотреть. Да, да. Это Анушка. А что у нас тут вообще? Наверное, на чердаке живет стопудово. Может быть. А может и не быть. Сам ничего не говорит. Не, ничего. Тишина тут по температуре. О, вентилятор работает. Вау. Обстужает. Вау. 5 градусов. 5 градусов? О-о-о. Но вентилятор работает, ты думаешь, сколько там. Не, вентилятор настолько не может охлаждать. Так ты его выключи. Его можно выключить? Попробуйте. О, выключил. Балдеть. Так, ну, выключи. А давайте попробуем. Я очкую. А ты очкуешь? А зачем? Лопата. Коля, да лопата. Тут много градусов, да? Там было холоднее. Ну вот же плоскогубцы. Или тоже кусачки. Значит, Ваня. Надо в ванну вернуться. А почему не видно... Ой, что ты тут делаешь? Он прячется. Типа... Он плохо прячется, я его вижу. Хуя он прячется. Очень. Призрак такая посмотрит и скажет... Ой, так, куда ж подойти к нему? С какой стороны к нему подойти? Там хомяч. Слышишь? Хром-хром. Да. А, он спрятался и ест. Я поняла. Влад! Влад, идем работать! Пошли работать! Идем работать! Работать, пошли! Все, подзаправился? Как тебе ванна у нас?
холодная. Вот это ванна. Ну тут минуса нету все равно, ладно. Берем ее на себя. Наверное... А вот этот тюбик валялся? Тюбик валялся. Нет. Но он не фонит. Он не фонит. Так я пойду это на улицу. У меня потому что кончились ручки. Да, да. Надо забить его. Крест сработал. Ванна. Я посижу, выдохну. Я пыталась с ним в рацию поговорить. Он все еще в ванной. Я зеркало нашел. Напиши что-нибудь в блокноте. Страшная мразь. Катя, ты на втором этаже, да? Так, это надо в заметочку. В блокнот, Кать, запиши скример. На заметочку на 32 минуте скример. А вы видели, что произошло вообще? Нет? Ну я с тобой тут был, как бы, да. Я в комнату, он тут в этой комнате как будто был или что? Я не. Это ванна сраная. Вот она, я обосралась, блядь. Ты зря обосралась, а ты проверь мои штаны. Ой. Кошмар. В рации я пыталась. Он меня забрал. Я хочу домой. Это у нас умер тут. О, кто это у нас тут умер? Заберем ее пока теплая еще. Кошмар. Это кошмар. Я очень напугалась. Это не с привычки. Он написал в блокноте, вы видите, он все исхуячил там. Да, я сказал. Кошмар, как я лежу. У меня рация осталась. Вообще. А, хорошо. Но я пыталась с ним поговорить. Ну да, EMP понять сколько. Б о чем?
Нифига. А вы таблетки выпили? Пейте, пейте, а то задание по рассудку выполнено. Пейте, мол. Тоже выполнено. Ой, охота. Ну идет эта мразь оттуда же примерно. MP4 было. Я не могу понять, где она крякает. Не знаю. Я не поняла по звукам, где она крякала. А чё, всё, минус Влад? Она теперь где-то, где кресло-качалка. Сейчас я пробую найти. Она со второго этажа оперлась. При этом... А, вот она дверь закрывает. Второй этаж, комната напротив ванны. Короче... Привет. У меня это... У меня просто зеркало треснуло. Рассудка. И она за тобой пришла. А, это ты кидаешь бутылку? Нет. Она. О! Вот она, вот она, вот она. И попёрла. EMP надо проверить. EMP четверка была. Да. Плюс, по-моему, так EMP не проверяется, а только на объектах, с которыми она взаимодействует. Она швыряется, да, активно. Да, просто когда идет, швыряется. А дверь, кстати, появилась, да, на улицу? А жаль. А жаль. Я вылетел, думаю. Как пробка из бутылки. Блин. Ребята? Саня, Саня, тащи эту хуйню! Тащи эту хуйню сюда! Где они? Второй. Проекция вот стоит. Но это не та проекция. Нас как-то с Артемом эта дрянь кошмарила. Лазерная проекция была. Не было. Как она была? Она ее не была. Ну, то есть она сейчас стояла прям. Это не то. Это не то? Это не то. А прикинь, можно было бы бегать вот так по лазерам, чтобы нас видели. Жизнь говно. Было бы прикольно. Смотри, они там сикают в штанишки. Там не сикаем, мы мужики. Не сикают. Есть. Почему не залетают на стримы? Потому что я не знаю. О, сейчас начнется. А кстати, она вышла отсюда. О, она пошла на чердак.
Подожди, она не сменила комнату еще раз? Походу сменила. Она из другой комнаты сейчас вышла. Давай за ней бегать. Не пой, не пой, не пой, не пой. Или вы не в доме? Ну я понимаю, что она их не видит. Тыщ. Молоток кинула. Почини, говорит, картину прибей. Дверь мне запили. Мне показалось, что она вышла, блин, чуть ли не из соседней комнаты. Она вот отсюда и вышла. Ну. Отсюда. Засранка, а. Ну, где кресло-качалка, там нету ничего. А в другой, на соседней комнате теперь. Ну, напротив, которая Влад сказал, кресло-качалка, вот. Нет, теперь другая комната. Она сначала была в ванной. Да, она была в ванной, потом перебралась в комнату напротив, а потом перебралась в комнату через стенку. Видимо, она из-за убийств. Через стенку? Через стенку комнаты напротив или через стенку ванны? Через стенку комнаты напротив. Через стенку ванны коридор. Странно, очень странно. О, звонок звонит, телефон. В какой комнате? И вдруг зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. А, у людей, понимаешь, у многих отключены оповещения. Кому-то неинтересно, кому-то не вовремя, потому что у всех время разное. На Ютубе оповещения отключены, в Дискорде оповещения отключены. Поэтому есть, вот честно. Так. Если честно, у меня у самого, у тебя в Дискорде отключено оповещение именно на сервере. Слушай, где она рождается? Да-да-да, она из этой комнаты и выпиздилась. Вот засранка. Ребята все носили сюда. Ходит, грустит бабка. О, она пошла туда. Тебя с собой забирать пошла. Ну вот, Катя, лишь убери ее. Но она не хочет меня. Я ей не нравлюсь. Странная как она. Все, она исчезла. Здрасте, здрасте. Где нахуй? Где? Кто? Откуда? Куда? Какую комнату напротив? Вот это? Рядом. Да. Спасибо. Опа. Куда камера делась моя? Куда камера моя делась? А, ты взял. Молодец. Нет, не сюда, вот сюда. Сюда. Ты знаешь, как ставить? Нет. У меня на самом деле у самой был дис заглушен, когда. Ну, видишь, блин, проблема основная в том, что я. Где я поставил? Сань через F. Где я поставил? Дай я. Бросала на год канал. Вот в этом большая проблема. Все, на улицу, домой. Домой. А мы тут походим. Ну так прикольно жужжит. И слушай. Угу. Как лампа. Ага. Я потом в сообществе фоточку выложу своей ласточки новой. Тачка, пушка вообще. Я думал свою. Да нет. Зачем вам моя? Бибика интересней.
Ну ты красивее. Мне кажется, Бибика красивее. Да и зависит от типа фотки. Кто там из вас кидает кал? Им видно, что мы кидаемся. Надо выложить бибику с собой. На кровать поставь зайца. Хорошо. Будем делать фотку бибики со мной, значит. На бибике, да. Да, на... голая Катя на бибике. Да, 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 отлично. Это знаешь, так это типа моешь, да, вот это. Да, 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 да. Как эти сисями, когда эти об лобовое там или об пассажирское. Где звонит? Я бы посмотрел. Блин. А где, подожди, где звонок звонил? Почему она решила это? Перестать. Ну и где ваш призрак? Мы не знаем. Я опять обманул. Слушай, ну вообще-то мы видели ее оба. Может, ее надо стригернуть? Может, она этот, который стареет? Ни огоньков, ничего нет. А кто сказал, что мы не, что мы теперь на их стороне? Кстати, да, точно. Радиоприемник. О, а кто ее сфоткал? Вот он. Аня. Он же фоткал. Аня вообще. Молодец. А разве радиоприемник подыскать? Радиоприемника у меня не было. Вот только записи в блокноте. А радиоприемник, я когда с ней пыталась поговорить, она начала первую охоту. Влада, у Влада была MP, да? MP в ванной. Да. Но четверочка была. А этот ультрафиолет. Тоже в ванной лежит. Ну, надо, значит, в ванну идти. Пошли прогуляемся. У меня одна рука есть, я что-нибудь возьму. У тебя еще две ноги есть. Две ноги, ну куда ты. Ну и. Нет, если ты умеешь ими орудовать. То с тобой явно хочет познакомиться несколько дополнительных человек. Выходи. Сейчас как выйдет. А если это тот призрак, который со временем слабнет? Опа. А вот она пошла. Откуда она пошла? Ебать, Саня, я богу душу отдал. А, не, ничего страшного, надо просто... Саня, прости! Она на нём появилась. Офигеть! Привет. Йоу. Я тебе что-то пати. Она на тебе появилась прямо. Нет, она прям во мне появилась. А подожди, а как? А что? У нас улик-то никаких. Я поговорил с Таней перед главным. Интересно, что он сделает? Пойдемте смотреть. Понятно. Саня просто это... Не умирать? Хорошо, не буду. А где наш Саня? Давай, бай, бай. Где Саня? Только не умирай. Блять. Скажи ему, чтобы он не умирал. Сейчас скажу. Саня, живи ради бога. Мальчики просят, умоляют. Что это было сейчас такое? Красивая лампа. Ой, она идет на второй этаж. Ну это либо дух, либо мюлинг. Либо хуй пойми кто. Че ты квакнул? По-моему, он визжал как сучка.
А где он? Ну он выбежал. Он выбежал? Да, а, он... дверь открыл, вот он пляшет. Ну чё, Сань, как дела? У него с рассудком все плохо. Ну да ладно. Да ладно. У нас уже давно с рассудком все было нехорошо. И что делать? Когда вы померли. Ну что, ему домой надо отгадывать и домой ехать. А он уже все. Нихуя себе. Он даже не дал время на раздумья. Молодец, Саня. Вот Саня. А кто призрак-то? Мюлинг, Мюлинг. Блять. Подожди. Ребят. Блять, сука, все-таки дух. А у меня стоял. А у меня дух стоял, я не успел ничего тыкнуть. Я дух сразу поставил. Дух, ну значит, вот. Дух. Мне дали 40 денег всего лишь. Мне тоже дали 40 денег. Ну что, выдохнул, Сань, нормально? Он там три круга намотал. Сикнул? Ну там, как обычно, за дверью. Пометил дверь очередную. Пометил дверь. Так, я, значит, закупаюсь. Артём, а ты штаны сменил? Сейчас пойду, сейчас я закуплюсь и схожу, ладно? Меня подождите уже, верно? Конечно, конечно. Конечно. А то давно хочу уже, на самом деле. Недели три, да? Так, кто это... Ты откуда все знаешь, Влад? Не понял. Ты по личному опыту судишь? Не понял. Кто уже купил камеру, фотокамеру? А, сталкер. Он за тобой тоже следит, да? Да. Хуя себе. Пожалуй, я все эти камеры вебочки заклею нах. А ты думаешь, тебе это поможет? А, ну окна, блядь, заколочу. Не поможет. Не понял. Мои собаки на тебя работают, что ли? Не понял. Да. Да. У тебя боже. Так. Шлеп. Шлеп, шлеп. Губа шлеп. Губа шлеп. Блин, у меня все кончилось, у меня все по нулям вообще. Денег кончилось? Нет, я имею в виду эти приспособления. Деньги тоже скоро кончатся. Так, это один, это один, это четыре, четыре, это два, это один, два, 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 три. Два. Ну, вроде все. Выбрай карту. Ну, опять случайные. Рандом. Все, я готов. Я тоже. Что не купил, я не виноват. Что не купил, я не виноват. О, я первая загрузилась. Хотел трусы сменить, сходить. Сейчас приду. Что за хардбас? Деревянный хардбас. Ты хотел деревянные дома, вот и получай. PIMP. PIMP. Это, конечно, можно посмотреть на карте перед началом, но это же неинтересно. Правильно. Так кому эта карта надо? Давай вот так пусть лежит, а я возьму APIMP. Но я буду знать, что там у дверей валяется то, что мне надо. Для оптимизации, чтобы призрак не видел. Если что, внизу лежит ультрафиолет. Зачем? Потому что у меня рук не было, я его бросила и пошла за МПшкой. Привет, есть. Привет, есть, супер. 10 градусов.
14. Ну подожди, пока чуть прогреется. Офишку. 3 градуса. Че нашли? Офишку нашли. Вкусняшку? Говорят, с ней делиться придется. Вкусняшка, да. Ты жадина, что ли? Она маленькая. Ну, самая маленькая температура, ребят. О, кинул кубик. Кубик кинул. Троечка. Это, она не маленькая, тут холодно просто. Ты старый? Злой? Вышла из помещения. Что, давай, говори. У нас сегодня старый? Дома, да, я смотрю. Злой? Она сказала. Есть, радиоприемник? Да. Да, радиоприемник есть. А где эта комната? Вот это? Да, опять, да. Ребят, карты Таро. Класс. Карты Таро. Не смей их трогать. Давай, не смей давай, их давай трогать. Сюда. Так, ну я трусы сменил. Молодец. Ну раз такая пьянка пошла, давайте поговорим о трусах. Давай. Я беру уф. Какие сегодня у кого цвета? У меня серенькие. А? Серенькие? Саня, да. У тебя какие вот цвета? Я цветные. Цветные? Ну, Влад знает какие, он сталкерит за мной, он знает какие на мне, поэтому я говорить не буду. А блокнот возьмите кто-нибудь, ребятки, котятки. А у тебя какие, Влад, сегодня? Трусы. Трусики. Трусы какие? А я тоже соль взяла. Никаких. Опа. Ну, конечно, под пивасиком можно и без трусов ходить. Действительно. Никаких. А вы спите в трусах или без трусов? Понятно. Я понял. Окей. Напиши что-нибудь в блокноте. Что я тебе начерикаю? Как хуево. А, уже сори. Понятно. Куда? Давай вот так сделаем. Что, мы можем ускорить этот процесс, Катя? Нет. Дай мне по... Не, я... в плане карт. Не, можно я поанализирую там окна? Отпечаток, что ли, или чё? Нет, это не отпечаток. Нет, это немытые окна просто. Все нормально? Да. Все путем. Отпечатков не видать. Крест бросили, да, уже? Да, я положила. Вот, возле молодец. Кровати. Молодец. Ну, с ультрафиолетом я что-то... Фото ничего. Надо благовоние взять. Да, я ел. А что не так? Не, ничего, так. Просто давно не чахкал. Призрака при помощи я датчика. Я довольно быстро умел. А что спасибо. Мы... А мы датчик движения повешали. Вещей мало. Некуда не поставить даже лазерный проектор. Спугнуть благовонием. Так, кто у меня благовоние взял? Нихуя не вижу. Нет, я не брал, Саня. Я взял. Хорошо. Ну чё, ребят? А, карты да. Будешь? Пошли в пассианс? Давай. Раскладывай. Раскладывай. Кто дурак, а просто кто так? Давай я. Ну подожди, ты не сделаешь это на улице. Надо да, в доме. Надо... А чё, фургон не считается? Камеры ни хрена не показывают. А чё про сутку? Ещё есть. Ещё есть.
Пойдем с ними. Пошли. Да, пошли покидаем карты, чё мы сидим тут. Все веселье пропускаем. Вообще. Чоп-чоп. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Где они чоп, это делать чоп. Будут? Ребят, вы где? Они тронь тоже поднялись. О, они соль наступила. В самой комнате на первом этаже. Она блядь. Соль наступила. На первом этаже, наебали нас. Вообще. Это где эта самая дальняя комната? Вот тут. Они вот тут. Где? Где? Я их потеряла. Катя, ты тащить будешь карту? Я вас потеряла, где вы? Катя, я иду. Вы видите главную комнату? Ты же вроде за мной шла. Вот. Сюда. Я шла и потерялась. По голосу не слышно. А прерывались. Давай, Катя. Катя, доставай карту. У тебя сила рука, тащи. Так. Пустую руку, возьми карту. Сейчас, погоди. Что мне выкинуть? Фонарик. Сейчас смарт вытащит. Бля, буду смерть вытащить. Призрак заперт одну минуту в комнате. Подожди, так, мне надо минуту какой уже кнопкой теперь? Правой кнопкой мыши, давай. Правой кнопкой. Минута уже прошло, если чё. Чё на... Смерть? Нет. Ещё тянуть? Захай приз, по-моему, стал за фулом, увы. Нет, давай... Свободен. Отдай Артёму. У меня же руки счастливые. А как взять-то? Да, вот. Да. Свободную руку. А тут осталось их всего 2-3. Раз, так, два, давай, три. Чё там? Солнышко. The sun. Рассудок the sun. На. Повезло. Следующий. Yes. О, блядь, смерть. Фонарик. Я не понял, что вы тут за орки устроили, а? Что за пати хард? Завали. А чё, всё засал? The devil. Собака напряглась. О, я заставил сделать его взаимодействие, идём. Иди. Вот, это взаимодействие мне нравится. Шепнуло мне на ушко что-то. Петр, завались! Я не покинул в окошечко. Ого! В блокноте тишина. Привет. Тихо. Ходит. Маленькая пиздюшка по полу ползает. Это маленькая пиздюшка ползает по полу. Я не успела благовония захуячить. Заху? Куда она вылезла? Кто-нибудь видел? Она по полу ползла. Она откуда-то с первого этажа вообще начала идти, по-моему. Вообще с первого этажа. Надо тогда переезжать отсюда.
Лежу так грустно, расправив крылья. Расправив ноги. Ну капец. Мелкая засранка. Надо было ей по шарам треснуть и все. Надо было сидеть тихо и крутиться, и сразу фонарик. А кто крутился? У меня все нормально, я даже микрофон отрубил. А я не крутилась. И фонарик выключила. Ребята, а у меня теперь надо выяснить, откуда. Откуда она вылезла. Хай, хеллоу. Ладно, ничего страшного, сейчас мы таблетки бахнем, у нас тоже заебись будет. Так. Ну нам надо, значит, снова с термометром идти. Ладно, бери еще одну. Опа, за Катю. За Катю. Катю уже убили, съели просто. Ой, Саня, возьми, возьми. Ну хотя бы датчик движения сработал. А никто не взял эти благовония? Нет. Я с благовонием была. Нету, мне на. Я переезжаю, ну, надо выяснить место, где переезжать, куда. Привет. Что с нашими с позвоночниками? Я не знаю. Сломаны они. Они сломаны. Сейчас она придет и мальчикам кусь за жопу сделает. Ползающая просто мелкая скотинёшка. Катя, ты на втором этаже ползаешь? Да. А, понятно, я сейчас уже движение на тебя начну. MP5! MP5 она пишет в блокноте. Отлично, это дух. Удачно я зашла. Просто удачно. Накалякала. Катя, больше пользы, чем живой. Это факт. Просто констатация факта. От мертвой Кати больше пользы. Надо записать это. В нарезку пойдет. От мертвой Кати больше пользы. Только мне... Я пишу тайм-код. Но час 07. Где-то в таком промежутке. Да, где-то в таком. Че, вы в фургоне все? Фотик. Будете пытаться ее сфоткать? Знаменитые последние слова. Ох уж эти Я фотик. Ты нахалку взял? А я котик. Ты котик? А, не фотик. А я не кошка, да вот. Звучит нехорошо. Да нормально, это смешно. Ничего страшного, я не обижусь. Я не обижалась. Он накалякал. Пишет лучше, чем я. А крест, наверное, далеко лежит, поэтому не сработал. А что там написано вообще? А нихуя непонятно. Вода какая-то. Че ты сюда пришел? Ну пошел отсюда. Ну ладно, я ушел. Пожалуйста. Переложите, может быть, крест себе, нет? Она свет выключила. А где тебя вызвал? Я возьму медведя. Похожу с медведем. Чё? Дай, замуться, пожалуйста. Где они? Жутко и страшно. Мне казалось, что я их слышу. Вот они ходят.
О, Крис сработал. Крис сработал. Посадила медведя. Чё, как? На камеру иди смотри. Она какая-то тихоня, только за мной приползла. Жутко страшно. Медведь охотник. Блин, ну... Да. Как мне на тебя повзаимодействовать? Ну выйди, покажись. Динда Бейла или так там? Покажись. Она тебя стесняется, может быть. Динда Бейли. Бейли. Не, ну я сейчас войду. Может, скажете ей там кровавая Мэри. Тихо. Кровавая Мэри. Ну, Линда, давай. Линда. А, сейчас с лампочкой будет. Кровавая Мэри. Линда. Пока в муть посижу. Жутко страшно. Ты хочешь деньги потерять? Хочет. Ты посмотри на его рот. Крест еще раз сработал. Ух! Здесь ноутов нет, иди отсюда. Все, не будет призрака больше. Мут это не приговор, да. Я буду пить. Знаю. Болтать так. Да походу. Он уже в другой дом переселился. Да почему? Он в этой комнате. Сожженное распятие, три звезды. Самое главное, что призрака отметили, и все. Пацаны хотят ее сфоткать. Опа! Вот ползет. Опа. Чучундра. Ну чё, ты ходить не научилась? Ползаешь. Бутылку маленьким нельзя. Бутылку берёт. А какая? Всё. Всё закончилось. Получилось у вас? Голожопи ползает такая. Наверное. Ну, сфотографировать призрака не получилось. А! Сфоткать не получилось. Страшно, как я смотрю. Я думаю, призраку тоже было страшно. Параметров можно выставить, чувствительность там очень низкая. Ну, единственное, что не получилось сфотать. О, Господи Иисусе! Я ступил в соль, наступил в соль. Ну вот, получилось, да, голое. Именно поэтому он от меня уползал. Я готова. Да? Может быть. Мертвая Катя тоже готова, наверное. Мертвая Катя тоже готова, конечно. Да нет, 20 минут еще не прошло. Нет. Новую найдем. Эй, засранцы, новую найдут. Какую новую? Кстати, Артур, привет. Как у тебя дела? Дух. Дух. Ой, Катя вернулась. Да, я вернулась. Сфоткать, конечно. Ну, ты видел, как близко я ее подпустил? Как да, я видела. Да, 2 метра. Как ты ее близко подпустил? Очень близко. Она почти его уже кусь сделала за палец на ноге. И что случилось? Он сделал щелк.
Она такая развернулась, они по съебам, она такая чуть поползала. Да. Что там у Сани гремит, я не пойму тоже. Я тоже не пойму, у него очень хорошо слышно так. Каждый его шорох. Я попытаюсь. Да он шуршит там. Да, я купил. Это я шуршу, потому что у меня стул немножечко скрипит. Нифига, это стул скрипит? Нифига себе, да. Ты там. Там так, такой звук, как будто кого-то разделывают. Сейчас. Да, такое, знаешь. Там как будто жертва очередная убегает, пытается убежать, убежать от тебя. Паузет, паузет при этом активно. Соня, оглянись. Или все еще так же самое? Чуть-чуть слышно. Поменьше, поменьше. Просто, я, знаешь, я сижу с тобой в одном укрытии и молюсь, чтобы призрак этого не слышал, потому что ты... Я, кстати, тоже самое. Вот этими своими звуками ты его приманиваешь. Я не знаю, у меня очень тихо поскрипывает иногда сок. Тебя уже, знаете, я в реале не двигаюсь. Не дыши. У тебя, точно, у тебя микрофон не отключается. Не отключается. Так можно в настройках. Да, можно в настройках, знаешь, сделать типа переключение. Катя, не сгибайся, не сгибайся, не надо. Не надо. Переключение. Ой, блядь, голова кружится. А, чтобы у меня... Надо делать это упражнение, и спина болеть не будет. Только типа понял, ты нажимаешь... Ты уже никогда не встанешь после такого упражнения. Можно еще вот так делать, да. Ну так, да, раком стоять так. А что мы сегодня рисовать будем? Ну, пенис же выбираем. А, да, кстати, у нас... Я не помню в том голосовании, что было на втором месте. У меня только один вопрос. Кто будет рисовать? Вы. Аня. В смысле, мы. Вас трое, я контролирую сверху. Я предлагаю это девочке. Почему? А ты еще никогда ничего не рисовала. Я контролер, я не рисую писем. На широкую, на широкую. Ты лучше знаешь, как это выглядит, Катя. Ты больше их повидала, чем вы. Да это не точно. Оставь, Сань, не трогай. Я бы не утверждала так. Чувствительность минимальная, а подавление максимальное. Все, вот так оставь. Ну, хорошо, я бы утверждал, Кать. Ну, зря. Они тут спорят о пенисах, кстати, ты все пропустил. Вообще. У кого больше они спорят? У меня, конечно, больше. Ну, да. Количество. Мы не спорим. Да при чем тут количество? Мы обсуждаем может, вопрос... Может, даже и качество. Вопрос качества обсуждаем. Господи, у меня же голова заболела. Да. А размер имеет значение? Да я не знаю. Влад. Не понял. Ай, бляха-муха. Че, мы поедем, нет, котятки? Я да, купил. Давайте. Давайте. Так. А что я ты купил? А что ну, у нас? Датчик движения, направленный микрофон, ничего нету. Кто закупался? Что-то все пропало. А кто? Кто-то добавил, кто-то убрался. Купил камеру, это хуйня, мыня. Добавить. Надо сделать голосование все-таки сейчас. Кто рисовать будет, да. Начать сеанс вопросов и ответов. О, есть вопросы и ответы какие-то. Интересно. Создать опрос. Кто будет рисовать пенис? Мальчики. И девочки. Катя. А, в смысле? Там по именам надо. Один должен рисовать. Там типа Влад, Катя, Саня, вот так. Дней так 90 в отпуск, господи. Я так и сказал, Катя, Влад, Саня, я так и сказал. Нет, вот так я сделала мальчики, либо Катя, все. У меня так, тоже был отпуск. Этот отпуск был 5 дней. Из этих 5 дней меня по работе каждый день дергали. Плюс надо девочкам уступать, верно ведь? Верно. Нет, а? Не надо. Верно. Как надо? Не надо? Надо дверь там открывать, вот это все. Там есть лужа, надо ложиться на эту лужу, чтобы наступал, переступал. Да, конечно.
Вот это все. Как истинные джентльмены, да? Влад там потирает пузо такой, да, да. Джентльмены. Обмазавшись чипсами. Ох, блять, нет сейчас чипсы. Блин, я тоже захотела. Мы проголосовали за карту? Да. Уже магазины все закрыты, к сожалению. А у меня есть круглосуточный магазин. Где-то в 10 минутах езды от дома. Но пиво ночью там не продадут. Только чипсы продадут. А ты за пиво? А чипсы без пива — это деньги на ветер. Вообще чипсы вредно жрать. Угу. Ах. На самом деле, из моего вот этого непонятного отпуска, наверное, вот только вчерашний день был такой, когда я отдохнула. Я вчера была в лесу. Пас. Я вчера гуляла через речку. Вот это карта, я понимаю. Речка. Да. О. Карта заебись. Уля-ля. Давай голосуй, кто первый умрет. Я думаю, что я. Не, я ставлю на себя. Кто первый найдет призрака? Вот Влад, конечно. Куда убежал уже? Алло, стой. Чуть-чуть насобирала. А, подождите, тут два этажа? Ебаный. Что такое отпуск? Да, вот, а, да, да, тут же этот подвал был. У меня тоже было практически так. Уля-ля. У меня никогда не было полноценного нормального отпуска. Я вообще не ожидал Кати до конца этого месяца. Почему? Я же говорила, что всего лишь на неделю буду отсутствовать, и то не точно. Я вообще думал, Катя где-то валяется. Нет. В джакузи дорогом. Упивает. Коктейли. Что у нас самое бесполезное? Кто там свечку брал поджигать? Ёбаный. А можно не надо? Надо. Давай я встану в центр. Надо, я же свечку. Всё. Я умру, и вы будете рисовать пенис. Пенис рисовать? Нет, кто умрет, тот и будет рисовать пенис. Мы так не договаривались. А ничего не знаю. У нас больше, как бы, мы в большинстве, Кать. Это не спорь. Чё, откуда вода льётся? Класс. Ну, слушай, в школе, да, в школе же. Вода где-то льется, или мне кажется? Тебе кажется. В школе длинные каникулы. Чё-то шипит же. Чё-то шипит. Кстати. Ну, это же вода как будто льется. Может. А, да. Ребята, это... Ты слышишь шипение? Шипение. Есть шипение. А есть фотать, шипение? Фотать, да. фотать. Ребята! А, понял. Ребята! Так и запишем. Какашка выпала. Что, все дофоткали его тело? А, там не умер, он тебе пришел. Все, алух. Ну ладно, не пишем. Так, а вот MP теперь как взять? Тут ноль. Свободную руку. 3-4. У меня нет свободных рук. Нет, тут у меня камера. Камера вообще не похуй. Вылазь. А толку сейчас? Я так не успел. Как вот там? Фотик. Ты зафотал, да? Да, я его зафотал. Влад, отлично. Да, Влад такой товарищ вообще, отлично. Ты можешь бы свою команду убить поскорее. Упс.
Жутко страшно. Пикачу. Have nice game. Thank you very much. Have a nice game, блядь. Have a nice day, блядь. Откройте нахуй, выпустите из дырки. Муравай, демоны! Вот, да, блядь, вы... Давай, Катю, возьмем ты за ноги, я за руки и в окно кинем, вылезем. А почему мы закрыты? Может, Саня держит дверь? Ну, это Саня ключи были, а? Блядь. Прости, моя пиписька. А где рассудок? Какой рассудок? Ого! Ты сектант наш, блядь. Нифига себе. Мы дальше одной комнаты не прошли. Где? Где Саня наш? Надо пить. Я выпил. Я тоже. Надо... А как же теперь быть? А как жить? Надо... А какать? Надо как-то... Ну? Ну? Что надо теперь? Как быть? Как жить? Влад, идея есть? Где призрак? Что там пытаешься найти? Не знаю. Влад умирает, кажется. Душа покидает тело. Мне кажется, это Юра, если честно. Почему? Как это? Как ты, блядь, из всего этого выбрал? Ну смотрите, у нас очень быстро улетел рассудок. Ну потому что мы пентаграммой воспользовались, нет? Это я воспользовался, не вы. Ну мы рядом стояли, как бы. Да, соучастники. Это я курил, и я просто рядом стоял, да? Ребята. Ну все верно, от нас дымом воняет из-за тебя. Надо МП там забрать. Надо термометр, надо ЕП, надо электричество найти. Термометр у меня... Термометр у меня, да. Саня принёс... Термометр. Тут... Саня принёс тут этот... С психологом разговор. Сейчас о, будем составлять. Вы верите в Бога? Вы верите в Бога. А где тут щиток? Сок? Щиток. Щиток, ты где? Где песок? Песок? Рон, Вася, рон! Сука. Не ставь шанса мусорам! Охота? Крепкая. Алло? А. Заперта. Влад? Где она? В подвале. Там, да? Спокойно. Она в подвале, ребята. Где подвал? Я бы сказал бы, но я не объясню. Объясни. Как можешь объяснять?
Это одна из дверей, такая же дверь, как и обычную комнату. Где Саня лежит? В следующее. Мы сюда ходили уже. На, у входа? Мы, вот сюда, в подвал. Ну это разве подвал? Да. Это палатой. Влад, есть что мы в подвале? Я сейчас в каком только подвале? Ну, там, да. Саня, это подвал? Ты где? А где? О, есть. Есть. Okay. Два и шесть. Да, здесь это холодно. А что-то здесь как раз? Пять и девять. Это уже теплее, да. О, моя комната. Я тут бы жил бы, бля. 4-0-5-1. Ну, в подвале. Ну, тут, да, холодно? 2,9. 2,5. 3,5. 5,4. 8. 5. Слушай, тепло. Блядь, тут везде как-то одинаково. 6,1. О, мягкая еще комната. Это же большая карта, я хожу, не могу просто вас найти буквально. Сань, мы у входа. Мы у входа. Мы под... Мы где вход? Где спуск в подвал, да. Да, уже нашел. Зачем книги на полку кладешь? Ну что, тут будем искать? Тут вроде 2 градуса. 6-9 сейчас. Дверь заперлась. Идет. Сука твою мать, сука твою мать. Руки торчат. Руки вверх. Ну где же ваши ручки? Нихуя не видно. Как включить? Не понял. А мне не работает выключатель. Может быть, сука, блядь, сука, блядь, сука, блядь, блядь, блядь. А как выключить свет-то? Ну, может, не могу свет выключить. Может, пока охота никак? А, это Влад шел. Сука, я же мне свет замигал. О. Надо MP принести сюда. Так она не здесь, она же здесь. Блять, у меня все чешется. Это нервы. Не хватает какого-нибудь человека, который будет стоять сзади Кати и щипать ее, когда напряженная ситуация. В смысле, живого? Ну, а есть такие приспособления, которые, типа, там, если пульс повышается, током ее бьет? Не типа надо. Того. Вот такую штуку ей надо в нее. В нее? Я сказал в нее? Извините. Тут вообще тепло в этой комнате, 15 градусов. Что там написано? Хочу быть в безопасности. А, оно на русском даже написано. А это желание для этой, для обезьяньи лапки. А, где... а, не понял. А где обезьянья лапка сама? Нет, это ты ее находишь. Она тут, значит, находишь? Есть. Смотри, мигает. Видел, мигал? Какая-то зубаги со светом. А свет я не могу выключить. Влад, ты можешь выключить свет? Я не могу выключить. Ну тут сейчас тепло. Не включается. Да. 16. Короче, смотри, здесь раскиданы подсказки, ну, точнее, желания, которые ты можешь загадать обезьяньи лапки. Ну, их можно просто загуглить. А, Саня, чё ты кидаешься? Так я забираю лазерный проектор и камеру, уходим отсюда? Ладно, я понял. Надо и тогда крест забрать.
Тут ж ничего нет. Нихуя тут нет. Фонарь включи. Дверь закрыта. Значит, охота? Что? Оно налево или направо от входа в подвал появляется? Направо. Вот как раз где закрыто было, с той стороны она ходила. Ага. Можете пройтись по первому этажу, и там есть спуск тоже. Ага. Еще один спуск? Да. Я могу кого-нибудь направить. Надо всех. Ну, если не боитесь. Я буду потеряться больше всего, поэтому я буду держаться, ребят. Я ничего не боюсь. Я просто буду. Ну, это вперед, хорошо, вперед, нам вперед, такой вперед, нужен. Я просто закатанной попой буду ходить и все. И одна из дверей тут. Да. Так. Ну тут тоже неплохо так переночевать пару ночей. Ну, что-то шипит очень. Да, почти трехзвездочный отель. Кость. Дальше, дальше, вот. Кость, дальше, Влад, дальше. Кость, Влад. Влад, come back. Она воду испортила. Я понял. Влад, беги, Влад, беги. Прячься. Все? Все? Нет, 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 все. Нахуй? Отбой? Ну теперь-то все? Что-то долго как? Теперь все. Ой, ну слава ежам. Ахой! Так долго, потому что... Кость, кость, Влад, кость, кость, кость! Килиманда, киля, килиманда, манда, манда. Вот манда. Это не манда, это кость. Ну, мы с ней сделаем, мы сможем, справимся, и не с такими я работали. Приходит с подвала, ребята. Ну, это понятно было. Тут вода где-то испорчена. Думаю, пока, Влад. Да, я бы сказал привет. Ну, Влад, нёоо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 А где из него что выпало? Фонарик выпал, я вижу. Где что из него выпало? У него ж фотик был, а где он? Блядь, Влад, отдай фотик. Ты тружишь? Почему? Вот. А ты не жжёшь? Как тружишь? Фотик у него, он бросил фотик, вот. А, я забираю, я забираю, забираю, забираю. Блять, откуда она вышла? Где-то рядом, прям тут, за углом. Или она прям тут в коридоре была? У тебя термометр? Нет, она дальше появляется. И... Я сейчас скажу, когда дойдёшь. 18 тут. Всё, камеру, камеру, дальше, камеру. Дальше, дальше. Надо... Дальше вот этого шкафа? Надо крест. Дальше, дальше, да. Ой, блядь, как далеко. Где вода, наверное, да, бежит? Вода-лестница. Вот тут лестница. Следующая комната. Я не... Во, бросила распятие. Наверное, косо-криво бросила.
Еще, Кать, беги в фургон обратно, да? Котик. А, да, Влад, ты сфоткал воду-то? А, у него нету фоток. Нахуй я утащу этот фотик с собой, класс. А, тут вниз подвал еще ниже есть. Хотя. Угу. Тут лестница в ад. Блять. Крест забираем. Идем в ад. Пиздец! Нахуй вас! Это кошмар! Я пошла отсюда! Я не знаю, что это такое. Почти все померли, да. Осталось мне сдохнуть нахер. Ребята, вы меня извините, но я ливать буду. Рассудка нету просто. Ничего нету. Надо реально сваливать. Кого будем выбирать? Или Юрей, или Морой. Или Морой, как правильно. Первое слово дороже второго. Окей. Первое слово дороже второго, говорит. Все, все отметили. Киньте в меня чем-нибудь. Только не какашкой. Просто, блядь, хуяк дверь закрыла перед нами. Ах, Артём, ты выбрал призрака? Все уже выбрали. Хорошо, едем. Интересно, кто это? Маргарет ссаная. Тай-э. Вообще ни разу не угадали. Ну, почти победили. Почти победили, да. Ну, это близко было. 30 рублей всего лишь. Мне 142 да. Денежки дали. Вот и закупаюсь. Я закупаюсь? Хорошо. Так. Так. Что еще? Давай вот так. Давай вот так. Ну-ка, проверяйте меня. А свечи, а распятие? А, вижу, что распятия нет. Подожди. Распятие нет. Да, чё за... Ой, кифтеме. 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 Вот так. Закупилась? Есть? Да, штатив один. Направлен микрофон. Штатив один, я же еще один добавляла. Так, подожди. Один есть, все. Ну, он один. Направлен микрофон, соль. Вот так. Благовоние. Направленный микрофон. Это почему? У меня же отображалось как это хуйта, как будто типа есть. Я не знаю, может это баг. У меня то же самое было, я же говорю, оно было, а потом исчезло. Ну вот, да. Я еще такая чик, типа откуда это все есть. Так, во-во-во, вот так самое. Есть. Может это кто-то балуется, ребят, Влад балуется, шалит. Да призрак шалит. Так, проверяйте. Шалит. Вот я немножечко шалю. Да, давай да. Давай вот да. Так. Ох уж эти. Из Питера. Так, а может нам налобные эти? Кого?
Ну, на голову эти штуки, камера с креплением на голову. А подожди, а у меня 3 штуки есть. А, не. Ах ты, сука, блядь. Это что там такое? Что ты ругаешься? Так, проверяйте я за мной, пожалуйста. Лазерный проектор надо 2, наверное. А термометр? Термометр, термометр, да. Или мы будем это, на стекла дышать, смотреть? Да, будем дышать. Вот так, чик. Чик. Что еще, ребята? Да все вроде, да? Все вроде, да. Все вроде. Что-то какая-то с гусями отображалось у меня все. А фотокамера? А что, одна, не две? Один? Подожди, ага, вижу. Возьми две фотокамеры. Все, сделала. Отлично, молодец. Так, 2 видеокамеры, 2 фотика, 2 штатива, направленный микрофон, 2 соли, 2 свечи. Хватит же 2? Да. 2 распятия, таблетки. Вот эти фонарики нахер не усрались. Есть усиленные фонарики. Ну, вроде все. Но можно еще вот так сделать. Чтобы каждого зажигалка есть еще своя была. Ну, рандом будем. Как хотите. А кто, а Артём куда делся? Он пошел штанишки поменять. Я здесь, здорово. Здорово, здорово. Там рандом или какой-то определенный этот выберем? Не знаю, можно. Определенный же... выбрали. Артём. Да, я тебя слушаю. Тюрьму убери. Так это не я, я же красненький. Красненький я. Не, ну если хочешь, то давай, я поставлю. Я не хочу тюрьму. А куд... А, помните, а вот мне больше нравится. Это школа же. Это школа. Давно не были в школе. Кто когда последний раз в школе был? Все, едем, на выборах типа, да? Только. Катя такая, сколько это? 10, 20, 30 лет. 40, 50, 60. Капец. И сейчас меня призрак первую съест. Это будет фиаско, братан. Флексим. Я говорю, что такое школа? Флексим. Одевайте на головники. Головники. Ох, ё-моё, я лучше мошенники надели. Так, подождите. Я взяла PAMP. PP? ESP? PIMP. ESP. Мазафака PIMP. Достичь вот, рассудка. Тихо, я смотрю карту школы. Зачем тебе на нее смотреть? Он сейчас... Знаешь, где мне искать, в принципе, хоть что-нибудь. Он сейчас пойдет искать предмет и будет гадать на кофейной гуще. GoPro надели все, да? GoPro надели. 2 этажа, Сань, 2 этажа. Я понял. А как же подвал? А где электричество? Подожди. Вот, электричество. Это второй, да? Это? Да, а это хрен второй. Поймешь, как... Это второй этаж, это второй этаж. Боже мой. Какой большой зал спортивный. Да, хорошо, в баскет надо играть классно. Налево и лестница, только. По лестнице. Волейбол. Какая-то дверь возле лестницы. Я бы поиграла в волейбол. Кто зевнул? Влад, не зевай. Тебе скучно с нами, что ли? Я не понял. Не, я просто это... Ему скучно с нами, я понял. Не, мне просто спать хуй. Впервые за несколько недель. Че, пойдем? С ним? Ну идем, они уже убежали. О, смотри, автобус. Да, школьный автобус, класс. Желтый. Прикольно. Как положено. Я никогда не каталась на таком. Ну у нас не было в наше время таких автобусов. Это сейчас детей возят, на... там еще написано «Дети». Чтобы все знали, куда бежать есть еще. Дети. Зеваешь, ты тоже спадки хочешь?
А где дети тут, кстати? Что это? Что? О! Подсветите, но не подходите, подсветите, но не подходите. Отойди своей жопой! Катя, жопа. Это не про меня. Где ты? Где? Сизрум. Классрум. 10. 10. Где кость? Ну какого фига? По углам! Выруби. Смотри, как спрятался, пиздец. За колонну. Понимаете, он у вас может триггериться в тот конец карты, а за колонну может и не увидеть. Может, а не увидит, а может и увидит. Я хуй знает. Тут негде прятаться, блядь, тут пустота ебаная. Ничего не видно, там, сюда, блин. Иди сюда, там сюда. Что за школа такая, где ничего нету? Так, где 10 класс? Влад уже все знает. Я потому что открыл карту. Предпоследний. Как понять? Тут кинулся предмет со стола. Какой? Троечка. Я не знаю какой. 5 градусов, 3 градуса. А тут свет еще не включили. Ну, тут прям... Я вижу, отпечаток, тут... блядь, отпечаток! Ой. А да-да. Его? Отпечаток. Еще? А как его тут? А, вот. Вот еще. Может, надо кто-то пошел подсветил? Не, нормально. Ручку двери дотронулась, да? Так, говорите, кто там? Говорю? Ну я. Ты злой? Ты старый? Ты злой? Не, ребят. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Не. Я знаю, где я умру. В туалете? Да. Вот тут, да. Я понял. Это здорово. Ну, я пошел в фургон тогда, да? Моя миссия выполнена. Почему? Это я должна в фургоне сидеть, потому что я закупалась. Ми-ми-ми. А Саня, ты куда побежал? Или это Саня говорил со мной только что? Я? Да. Ладно. Мне ничего уже брать. Ну ладно, идемте тогда все вместе, оставим Влада одного. А где Влад? Ему а прикиньте, он в фургоне Влад? Сидит. Какой Влад? Мне кажется, он какой в фургоне. Какой Влад? Не, он... Мы в фургон съебнули. Ну, я в школьный автобус. Сладких снов! И хорошего завтра дня тебе тоже, спасибо большое. Так, я взял, я уже все взял, что нужно. Так, надо книжечку взял, да? Так, блин, вот AMP была троечка, надо что, надо свечу взять. А свеча нужна, да? А датчик движения уже среагировал, класс. А у него из-за этого, датчик движения отлично.
Так, давай пока. А, класс. А где он вообще, этот датчик движения? В комнате я его поставила, в той, где пищала. А, ты поставила? Да, молодец, да, да. Молодец. Так, я беру свечу. Блять, тогда. Вот где тут найти камеру, с которой я бахнул? Вот она. Пикнул датчик движения. Ну, Влад пришел. Куда так быстро рассудок делать? А с чего один вопрос задал? Ну, у тебя же она сломалась. Ты даже не поздоровался с ней. А, кстати, да, ты не поздоровался. Уж, извините, она мне не дала. Там было поздороваться хотя бы. А, Ксань, у тебя там температура... давайте не спамить. Ну, все равно она просто... А что за спам? Спам. Упал до трех и не... Так. Так. Ну, возьми. Сорян, сейчас мы сделаем вот так. Че, ты банишь уже кого-то? Да. Ничего себе. Да. Печальненько. Это грустненько. Здрасте, здрасте. За что пацанов-то? Ну, смотри, дверь потому трогает, что... Обалдеть. Потому что бякости там. Я не агитирую ни за что, но... Не надо так. Бякости не надо. Мы здесь отдыхаем. Ну что, все, идем, ничего нету. Да, идем. Нифига мы тут отдыхаем, какашки писем. Писем каким, отдыхаем. Писем каким, да. Ну, только один Влад тут получает удовольствие. Надо свечу сейчас там на стол поставить. Вот именно. Блять, пару кустов сюда посадить бы. Вообще как дома. Да. Хотя отстаешь. Догоняю. Разгоняйся. Адский разгон просто. Разгоняйся. Перцы чили надо найти. Не, ну если ноги устали, можешь сесть на колясочку, покатаем тебя. Так. Кстати, нужно еще тут карту поставить, гипермаркет какой-нибудь. Ты точно здесь, да? Да. Потуши свечу. Сейчас я тебя, блядь, потушу. Напиши что-нибудь в блокноте. Я пойду благовоние, наверное, возьму. Так, я все поставил, я все. У меня самая легкая работа, я пошел в автобус. А у кого этот-то говорил? Катя, куда разбежалась? Ну, когда вперед идти, ты самая последняя, а как домой идти, ты самая первая. Да, ты как хотел. Все так и надо. Я сейчас догоню. Сейчас отдохну только. Блять! Адский разгон! Коню! Уже почти! Блять! Это не считается надо до фургона! Блять, по срезке! Вот она! Ладно, ничья, так и быть. Так, я согласен на ничью. Да, ну хорошо. Свеча все еще горит. Да? И соль. Так, а я благовошку тогда возьму. И соль. Миссоль. Соль. О, свечу потушил. Отлично. Свет. А что, у нас был свет? Да, Влад же включал свет. Так, ну, ладно. Надо что? О, надо... Вот он. О, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Буратино, блядь. Оловянный солдатик. Так, ребята. Красиво входит. Вообще. О, вот еще один. А что, ты заходить не будешь? Чего вы тут собрались? Мы тусуемся, тебя ждем. Смотри, он не так пафосно заходит. Ну вообще. Призрак нет? Там ходит. Датчик срабатывает. У нас что-нибудь по уликам есть вообще, нет? Как? Отпечатки рук? Ну только отпечатки. Ну хватит пока. Похвально. Еще даже никто не умер, Кать. И слава богу, что еще никто не умер. Но два задания Катя уже выполнила. А, Катя выполнила? Да, датчик движения Катя поставила. И свечку Катя принесла. А ты там свечку держала, что ли? Да.
И рассудок у нее первый упадет, кстати. Ну, возможно... Нет, у Влада, скорее всего, первого. Если он будет там так много посмотрим. Времени проводить с привидением, то конечно. Угу. Чё, пойдёмте? Он уже летел. Он ходит там в этой комнате. Чикабум. Чикапука, чикапука. Пука-пука. Жалко вот сюда нельзя залезть. Ну, а, можно почти. Как бы. Я почти залез. Видишь, теоретически можно. Только практически, наверное, тебя бабайка увидит и будет ржать просто с тебя. Ну да, басыт меня. Понятно, кто сдох. Это Влад! Это не Саня был? Нет, нет. Это Влад был. Удивительно, а где он умер? Не знаю, я увидел призрака и первую комнату такой, до свидания. А мы под лестницу шмякнулись. Мы под лестницу. Надо было в первую комнату бахать, прыгать. Капец. Ну ладно, я не... А где он умер-то? Я даже не видел тебя. Под лестницей? Нет, под лестницей нет. Я не знаю, где он. Блять, мы даже не дошли и ничего. Мне надо сфоткать его теперь. Тут тело. Надо. Угу. Так, рассудка чё? Достигли. Так, пипец у нас с рассудком. Я на втором лежу. На втором. Капец. Он до второго добежать успел. А вы думаете, почему за вами призрак не погнался? Он за мной побежал. А мы благовоние зажгли, он развернулся на тебя, пошел наверх. Да, благовоние мы спалили благополучно одно. Ну, еще много осталось. Две сразу. Нихуя вы. Я останусь в... Охота. Охота. Я останусь в этом, наверное. А вы, Сань, пей таблетки? Да. Или кто? Нет, наверное, Артём выпей таблетки. Я уже выпил. Пара-па-пам-пам, пара-па-пара-па-па-пам. Пью. А как там поле чудес музыка? Это где когда крутите барабан? Тум-тум-турум-тум-турум. Хрена поешь, да? Все? Кончила? Ой. Ну, камера больше не вибрирует. Их так много, их я переключишь. Ну. Пока с одной на другой переключишь, блядь, устанешь. Как вот найти, блядь? Вот. Я ничего не вижу. Жаль, не показывает камера, которая на место сменила. Влади опять охота. Опять охота. Но, не, видимо... это все еще. Это все одна та же. Она закончила, да? Вроде бы. Она, может, просто вернулась в комнату. Ну что, идемте или будем тусоваться? Идемте. Вы идите. Она, в какую комнату она вернулась? Ну, в эту, наверное. Ой, ребята, я сегодня полола в огороде, и у меня выросла огромная крапива, и эта крапива мне по лицу как? Хлобысь. По лицу? Да. Ощущение. Ты идешь с нами? Я нет, я сикаю тут. Сань, доставай крапиву. Сейчас будем шлепать ее. А так как она же не сказала, что ей не понравилось. Ха-ха! Нет, мне не понравилось. Мне было очень жига-жига. Так, а я рядом с тобой. Я смотрю тебе в глаза. Ого! В твои, какие там, карие, темные глаза. Карие, да. Карие. Болотные вообще у меня, наверное, какие-то, не знаю. Цвета болотной дресни. У
всех с карими глазами, так? Да. Самое обидное, что мы тоже карие. Всех карие, что ли, у вас троих? Да. А, подожди, наверное. У меня карие. О, понятно, я один тут такой, не такой. Да, Артём вроде как голубоглазый. Пиздец вообще. Вообще кошмар. А, кстати, Кать, ты видишь, как я эти расположил? Да. Да, ты видишь. Вижу. Так вот, чем можно кидать. Брать импи или не надо брать импи с собой? Я их забрала. Дай. Дай, дай ребенку поиграться. Ну, на. Ты же мне обзор закрываешь. Я же должна смотреть. Не страшно. Я же должна смотреть. Импи не было, Влад, да? Четверка. Ну, хана им. Серьезно? Там охота, да. Не видать ни призрачного огонька, ничего. Ань, давай без них уедем. Ну, а кого мы поставим с тобой? Воу. А то чё это они? Чёрное всё. Ну капец. У нас вообще по уликам только отпечатки. Радиоприемника не было. Опа. До сих пор охота. Что-то долгая охота. Закончилась. Ребят, минуса. Закончилась. Не было. Минуса не было. Записи в блокноте я не видел. Ребят, записи в блокноте не было там. Господи, сколько камера. Есть запись в блокноте, есть. Отлично, запись в блокноте. Мюлинг. Что Мюлинг. Артём с Эмби побежал. Так забавно наблюдать. Что должно быть еще для Мюллинга? Призрачный? Нет. ЕМПшка должна быть пятёрка. Угу. Ой. А куда они идут? Тебя искать или куда? А, они тебя нашли, потоптались по тебе. Обидно так-то. Охота. Какая долгая охота, а? Ну,
Ну, скорее всего, из-за того, что доска Уиджи сломалась. Закончилась. Она все, типа, такая. Оно же, когда доска Уиджи ломается, она начинает проклятую охоту, и каждая охота становится проклятой. Длится на 20 секунд больше, что ли. Нифига. Во. Да, хотел закинуть. О, нифига. Почти, почти. Как думаешь, что добавят в августе? Я не знаю, может быть, какого-нибудь призрака. Кстати, что по камерам? Ничего, MP-шку надо искать. Почему MP-шку? Потому что это, скорее всего, мюлинг. У нас с вами либо вот радиоприемник, если вычитать, то либо демон, либо мюлинг. Если убирать минус, то мюлинг. У нас... Но минуса вроде как не было. У нас с вами, смотрите, надо либо не подтверждается минус, либо не подтверждается радиоприемник, либо не подтверждается EMP. Что-то вот из этого должно быть. Я пытался поговорить тишина. Он меня проигнорил. А Саня же тоже пытался с ним поговорить. И Саня он проигнорил максимально. У них с рассудком печалька. Знаешь, прикольно еще за ними вот тут наблюдать. Где? Вот на этом экранчике. А где бусинки, где бегают, да? Да, да, да. На верхнюю кнопку нажми сейчас. На клавишу вверх. Где они? Они... А, вот они на лестнице. Угу. Вниз спустились. Угу. Вот они бегают. Две носятся. Бусинки. У нас же камера GoPro на голове. Следи за нами. Я слежу за вами. А вы слежите за мной? Призрак ходит в комнате, как я понимаю. Датчик срабатывает. Тик-т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 ик. Опа! Опа! Охота! С выхода были! Сидите, пацаны! Сейчас я пойду проверю, как они там. Давай. Для меня нет закрытых дверей. Добрый день. Я из компании Reflame. Блин, у них с рассудком вообще все пипец. Ну вот реально надо. Ну, лазерный проект. Поднимается на второй. Уже не будет лазерной проекции. Уже не будет призрачного. Идет мимо меня. Смысла нету даже смотреть. То есть у нас должно быть реально подтверждение либо минуса, либо радиоприемник, либо MP. Все, закончилось. Нет, да. У нас же как-то раз уже такое было. Мы причем гуляли в школе, когда MP-ха была 4, но по факту было 5. Потому что надо смотреть на взаимодействие, на объекты, с которыми взаимодействует призрак. Артём, иди взаимодействуй. Только с рассудком все плохо. И таблеток. Оставьте свечку за свой упокой, что ли? Подожди, я уже ставила свечку за упокой. Ну так это за мой. Интересно, кто-нибудь сдохнет? Конечно.
Но не я. А ты как думаешь? Что за вопросы? Вот вопрос, кто? Да, вот это вопрос. Только вперед можно, да? Назад нельзя. Оп! А вот там я слышу, дверь закрывается. Да, охота началась. Привет, да. Привет. Здрасте. Мы тут в штанишки наваливаем от страха. А вы? Да, за себя говори. О, кидает предмет. Да, за себя говорю. Швыряется, вон он в той комнате ходит, где мы определили изначально его. Психует. Где эти бусинки сидят? Бусинки вообще отважные. Бусинки идут в комнату. Закончилось. Знаешь, тут не хватает музыки. Трям-трям. Чё? Артём, повтори. В комнате еще проверьте, пожалуйста, там предметы летали. Сейчас они только. Ну или поговорить заходят. Попробуйте. Да, сейчас в комнату заходят, охота начинается. Да, и пиздарики. Смотри, активность началась какая-то активность. Ну что? Так, сейчас общаться будет хорошо. Чью там жопу показывают? Это Санина жопа была. Не, Санина не интересно. Хорошо, что ты меня не видишь. А что? Что ты делаешь? Ты не видишь, что я делаю. А что ты делаешь? Звучит пугающе. Настораживающе. Охота. Вот она пошла. Эти сутрени сидят. А в соседней комнате две бусинки наши. А, что-то охота закончилась. Закончилась. А потому что Артём пропал с карты. Ой, минус бусинка. Блядь. Видимо, радиоприемник триггернул ее, да? Возможно. Но я вижу эту фотку, которую они попытались сфоткать. Кучу фоток, которые они попытались сфоткать. Да. Артему, скорее всего, опять камеру выдали. Может, это вот стиль Артёма просто на спамить снимков и ни одним не попасть. Ну, блин, у меня тоже такое было, у меня не получалось сделать снимок. Так у меня уже была камера. Пока я был жив, у меня была камера. О, охота началась. А нет, не началась. Непонятно, что там. Опа, никого нет, не буду. Ну и что? Радиоприемник не подтвердился? Не подтвердился. MP4. Но минуса не было. Минуса не было, радиоприемник тоже не работал. И что делаем? Давай читать. У нас либо демон, либо мюлинг, да? Давай, читаем про демона. Демон – самый агрессивный из всех видов призраков. Демон склонен атаковать совершенно беспричинно. Похоже, он наслаждается азартом охоты. Особенность – охотится чаще всех остальных видов. Боятся распятия и будут менее агрессивны, если оно оставлено поблизости. У нас распятие лежит там?
Да, лежит, сгорело. Ждем. Сгорело, да? Демоническим. Так, и кто у нас второй? Это товарищ Мюлинг. Значит, Мюлинг очень разговорчивый и активный вид призрака. Говорят, они притихают во время охоты за жертвой. Будет вести себя тише во время охоты. Издают звуки. Не, он топал как... Он топал как это. Танк. Да, значит, демон или полтергейст. Ну, ё-моё. Скорее всего, демон, потому что полтергейст бы ответил на радиоприемник. Полтергейст ответил бы, да. Я не знаю, давайте демона тогда выбирать. Давайте демона. Тут отпечатки, да, записи и минус. Но минуса не было, даже не было облачка. Не было минуса. Не знаю, может мне Мюлинга поставить кто-то демона? Мне демона поставил, давай. Ну давай попробуем. Давай. У меня тоже будет демон, у тебя тогда пусть Мюлинг стоит. Ля, какой красивый. Кто? Поехали. А Артёмка поставил? Артёма, ты поставил призрака? Поставил. Хорошо, ну все тогда, поехали. Сейчас узнаем, кто это. Сейчас окажется, блин, какая-нибудь бабайка вообще. Не в попад. Мюлинг. Прикинь? Ну хорошо, что я Мюлинга поставил. Все-таки это Мюлинг. Просто минусовой не было. Минусовой, да, не было. Все равно дали $3 всего лишь. Так что победа, не победа. А мне дали 70 денег. Ну вот, а хотя неправильно поставила. Угу. Вот и покупай теперь на свои 70 долларов. Ну, у меня же всё есть. Покупать я должно было остаться, да. О, у меня теперь свечи есть, смотрите. Свечи нашел. Свечи есть. Да, у меня теперь свечи есть. Хорошо. Ой, что ты передо мной тут? Упала. Я фотки делаю. А я не знал, что можно поменять. Вот что делаешь. Так, да. Надо проверять. Я вроде закупилась. Две камеры, два татуа, та-та-та-та-та, то-сё. А зачем нам 4 зажигалки? Ладно, ты пусть будут. Каждому своя. Каждому своя. 4, главное, таблеточки, главное, благовоние. Все, хватит, подожди, да. Подожди, штатив еще. Да, штатив один хватит. Хватит? Да, хватит. Так, это была школа, да? Это была школа. Все, теперь самое время на чистом воздухе, да? Да. Саня предлагает на чистом воздухе потусоваться. А в этот пойдем? В лагерь? Лагерь. Детишки летом уехали в лагерь. Поехали. Ладно, за ними. Тогда погнали. Едем, едем в соседнее село. Лагерь. Сань, не готов. Готов. Эх. Чё, неужели в голосовании побеждает вариант, который не надо было выбирать? Ну что за безобразие? Я не буду это рисовать. Это мальчики у меня художники. Как я буду такие вещи рисовать? Есть хотите? Да. Сбежать от призрака, потушить свечу, остановить при помощи распятия. Все. Понеслась. Ебидобиду. Скуби-ду-биду. Я тебя найду. Зачем у меня вот это? Так, пусть стоит. А, наверное, я вот так возьму. Рви. Не рвите, нежнее будьте. Нежно рви. Да. Нежно рви. О, рулон туалетной бумаги. Надо покакать. Забираем как трофей. О, я знаю, где я умру. Рулон бумаги где? Вот здесь.
маленькой. Это гениально. Где-то свет был. А по темным улицам дождь. Чё нафотал? Карты нашёл. Я правда не знаю, как тут мерить температуру, если честно. Что-что? Мы в доме. И как? Ага, воз как выглядит, закрыты эти палатки. Походу там что-то интересное, коль молчат. Машка. Десяточка теплый. Попа не замерзнет. Я понял. Блин. Ну почему? Это всего лишь первый раз. Там песня была. Там... Только первый раз на такое ты попал. Саня, сильно испугался? Привет. Да я вообще не понял, что происходит. Я думал, что это там пение было. Я даже услышал. Где? В доме пение было? Нет, он прямо. Погнали. 8, 7. Во-во-во. А тут уже 10. 7. Может, палатки? 7. Шесть. 11. Ах ты ж, блядь. Радиоприемник! Что за хуйня? Имеет он лампу. И это не был радиоприемник, это просто был вент. Какие дела лучше расскажи, Лёш. Я уже могу вылазить? Да, я не один такой. Ага. Смотри, где спрятался. Я вот сюда залез так. Хуяк. С камерой. Камера тоже. Камера, блядь, поставил. Я почему-то не могу распять её нигде положить. Сука, подглядываю. Подглядули. А вы тут его видели или где? Я не видел, я так слышал. А мы что, слышали. Все света больше не будет никогда? Ну, будет. Он просто вот эта лампа... Так лампочки все сгорели, хуя. Возьму еще одну. Понаблюдаю так за ними.
Не-не, заходи. Пересеки черту. Кого? Нет. А, кость нет. Палатку беги! Мега-муха палатка. Сфоткай его, фоткай. Пока он жив, да? Он из палатки вышел, где-то прям тут. Желтый, по-моему. Точно? По-моему. Саня! Проснись! Тело не фонит и фонит. Он спит. Как будто бы из этой фонит. Я упал на кегле и почти страйк выбил. Ну, где-то позитив свой нашел, но... А как вот отпечатки тут, если что, проверять? А, на стены палатки. Смотри, наводись там вот эти окна в палатке. Здесь, видишь, вот эти на окна? Палатка. Туда наводись. Отдыхать? Нет, не пора. Я сегодня много дел переделала на самом... Стоп. Тут минус. Минус, минус, минус. В этой да, палатке. Минус 6. Тройка EMP. Так, отмечаем минус. Я, Лёш, минус уставшая, что? Потому что я была в отпуске. А где минус был? В палатке, в синей. Надо тогда распятие перенести. Это вот в этой, которая напротив нас? Голубенькой. Да, да, да. А, ага. Вот так. Понятно. Тогда распятие. Тебе бы наши проблемы. Да капец вообще. Напишу, да, что-нибудь, да, в блокноте. Все с тобой понятно. Попросить его в блокноте написать. Конечно, старый. Да, ты блокнот бросила, да? Да, там. Зайди дальше. Но только я не в палатку бросила. Призрачный огонек есть. Ура, призрачный огонек. О, Крес зашипел, да? Крес горел хуям. Отлично. Надо свечу туда поставить. Не, EMP всегда же двойка. Так, Ревенант, Ханту и Ян Рэл. У меня... Так, подожди-ка. Включенный остался. А у меня еще, знаешь, Лёш, какая новость? Я себе машину обновила. Я попозже вывожу фоточку. Ты ее это уже обмыла? Да, ну я не знаю. Да, чуть-чуть. Я когда к родителям заехала, папа говорит, типа, обмывать будешь? Или я сейчас, типа, возьму гвоздь и нацарапаю на ней? Я поугарала. Я у тебя папа серьезный. Ну, я поугарала. С папой не шути. Ой, блядь! Бегите. Катя, беги! Катя! Просто... Ну что ж ты так подставил? Просто... Капец, блин. Я же закупалась. Ребят? Санина вонючая. Туши свечу, мразь. Говна кусок, блин. Козёл. Вот косёл. Взял, съел меня. Взял, а съел там, меня. Я понял. Там что-то это... Крест снова сгорел. Я когда номера получала, мне еще номера такие прикольные дали. У меня цифры 909. Распятие. Есть. Горящая свеча. О.
Причем, получается, я же, ну, прописана в другом регионе, проживаю в другом регионе. Выдают номера с тем регионом, где у меня прописка. Ну, получается, я приехала с глазками луп-луп. Ну и понятно, через госуслуги все это оформила, записалась. И это. Ну, я не знаю почему, но мне вот так вот зеркалочку дали такую интересную. Оп, наступил. Напиши что-нибудь в блокноте. Сейчас он Влада за жопу кусит. И свечу потуши. Напиши что-нибудь в блокноте. В палатке с ним сбежать. Просто спрятаться. Машина безумно довольна. Мне еще надо красненькую ему продать. Вот. И будет вообще прям топчик. Она полноприводная, такая прям красотка. Она едет там, где... Никогда бы я на другой машине не поехала даже. Я надеюсь, зимой мне будет очень комфортно. Знаешь, на самом деле у меня очень печальные были поиски машины, потому что я у себя в городе просмотрела очень много паркетников, свечу потушил. Я очень сильно хотела паркетник, чтобы машина была повыше, и хотела полноприводную машину, чтобы зимой спокойно по сугробам своим пробираться. И все, что смотрела, я приглашала машины. И знаешь... А крест второй у нас или один крест? 15-16 года машины приезжали. Напиши что-нибудь в блокноте. Вот у меня красная 2008 года. Вот пока с ним поговорить, я... И она в лучшем состоянии, чем те тачки, которые напиши приезжали ко мне в блокноте. 15-16 годов. Вот это меня прям вообще очень сильно прям убивало. Вы чё, просто вы наездники, вы за машиной вообще не следите. Один приехал, у него красная Q5. Было бы очень забавно, если бы я такая со своей красной... А третий пересаживаюсь там либо на Q3, либо на Q5. Ну, короче, он приехал, у него руль вот так вот ходуном ходит. У него там надо коленвал менять, у него проблемы с ходовкой, у него лобовое вот так вот прям поперек лопнуто. То есть там ремонта мне ребята сказали примерно 100 тысяч. Я ему говорю, ну давай, типа, торгуемся. Он такой, нет. Все, вот моя окончательная цена. То есть он пытается по потолку рынка продать мне неисправную машину, и при этом торговаться он отказывается напрочь. Я просто офигела. Он еще типа, давайте встретимся с вами там вечером, там где-нибудь. Я с работы ехала. С работы ехала, мы встретились, он там, мы час провели, наверное, он там меня катал, что-то мы разговаривали, он рассказывал мне. Но по итогу просто я не готова поверху рынка брать неисправный автомобиль. По итогу один еще приезжал, у него идет, вот он ходит. Ты пришел проверять в блокноте записи, да? Короче, еще один приезжал, у него пропуски по двигателю. То есть у него проблема либо с движком, либо, может, с каким-то датчиком. Мне ребята сказали, типа, не надо, не твой вариант. Тем более она еще и битая по правой стороне. Причем битая очень, как бы, не сильно, но сделана на отвалите. Просто там взяли шпагли, захерачили. Еще один приезжал, битый в морду, битый в жопу. Ему говорят, что она битая, он такой, да нет, не битая. На перекупа нарывалась, тоже гениальные люди. Там приехала тачка, у нее просто вся потресканная резина, все сожрано, вся резина сожрана. Я говорю, а вы как ездили на ней? То это типа моего соседа. А, ну я же тоже не там трусы себе покупаю, я отчеты брала по машинам, смотрела, все проверяла, и там как бы... Понятно, что тачка с Москвы,
фиг пойми, там как по лизингу была взята, она в Москве каталась, тут она, значит, в другом регионе оказалась, и она якобы его соседа. Ну, что-то как-то это все подозрительно. Она маслом плюется, то есть ее просто заводишь, она начинает вышвыривать из себя масло. Такое себе тоже. И ценник, просто ценник конский. И потом мне уже предложили за 300 километров от моего города поехать на машинку одну посмотреть. Она привезенная. Привезенная она не так давно из Италии. Вот. Он еще жив, интересно, Владик наш? Кидается. Что тут кидается? Призрак. Он написал. Сейчас ребятам скажу. Да, написал в блокноте. Класс. Да, хорошо, Ревенант. Что я тут сижу. Это Ревенант, хорошо. В общем, мы поехали. С собой взяли все, там, пикалку по кузову проверить, все. Этот разъем втыкать, чтобы считать ошибки. Я программу на телефон себе поставила, все, приехали. Я визуально на нее смотрю, она графитовая. Она прям красивая. У нее, конечно, есть по кузову замечания, но на эти замечания мне удалось сторговаться. Сейчас по-хорошему надо устранить эти моменты. Уязвимые моменты надо забронировать, потому что дороги в Италии и дороги в России — это совершенно разные дороги. Вот. Ну, короче, по мелочам надо поработать с ней. К зиме подготовить. У нее резина зимняя не шипованная, там какие шипы в Европе. Там нельзя шипы, они все на липе. Вот. Мне надо резину будет купить, надо будет диски купить. Короче, ну, траты все равно еще будут, но мне надо красненькую мою продать, перекрыть большую часть всех нюансов. Вот. И, короче, я буду ездить, получается, также на Audi, только у меня A4 Avant. Универсал. Алло, 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 записи в блокноте. Алло, алло, записи в блокноте, да. Записи в блокноте. Надо, наверное, это, сесть. Я обнаружила запись в блокноте, да? Да, да, да. Надо, наверное, сесть здесь с ребятами. Короче, вот так рассказала я. Ты отметили, Ревенант. Да, свои да, приключения. Катя, да, да, да. Я состою, смотрю, Катя что-то там рассказывает на стриме, что-то там это. Она байки травит, машинки я... масло плюют. Да. Конские ценники. Да, да, да. Ну, на самом деле, если бы я там. Да, я просто в афиге, что Ревенант. Что люди не следят смотрю за тачками. А. Я смотрю, Катя стоит на блокноте, ну, просто вот ногами на блокноте. И знаешь, что там дальше рассказываешь, что там это, жестикулирует. Я подхожу, смотрю, так записи есть, думаю. Она и сказала три раза, если что. Нет, она три раза сказала. Я же говорила. Я говорила, но я нет, хотела... Нет, она в игре сказала. Ну, вот именно в игре. Артём услышал. И Саня услышал, подтвердит. Я просто так подумала, что вы уже озвучите Владу. Я же занята. Я же занята важными делами. Я же рассказывала о вот этих вот муках поиска спасибо автомобиля. Вам, спасибо, ребята, спасибо. Спасибо, ребята. Все, уехал живой. Но все же хорошо. Да. А гадал призрак, все понятно. Жив, цел, орел. Играл привет. Давно, привет, да, хорошего стрима, спасибо. Чмоки-чмоки в обе щечки. Да. Короче, и на самом деле, Лёш, еще вот ты до этого на стримах не был, ревела я пипец. Просто. Я ездила, знаешь, был момент даже такой, я поехала в салон посидеть в Тигуане, думаю, ну, блядь, чем черт не шутит? Мне говорят, давай пощупаешь Тигуана, может, тебе понравится. Я пощупала Тигуана, у меня просто вот... Я в один салон ехала чуть ли не со слезами, потому что он мне не нравился, я увидела, ну, вроде более-менее.
А потом такая, ну, там еще в одном салоне стоит. Туда приехал, они такие, а давайте вот, типа, вашу машину оценим. Может быть, типа, по трейдину там выгодно получится как-нибудь обменять. И они мне просто даже ниже низа рынка оценили мою тачку. Просто обозвали ее полнейшим неликвидом, обосрали как хотели. Я просто сижу вот так, забираю СТС-ку, забираю ключи, говорю, до свидания. Все, я проревелась, успокоилась, выдохнула, и все. Я ни за что в жизни больше никогда не с одним автосалоном, который вот эти перекупствами, вот этими санами занимаются, никогда не буду взаимодействовать. Ненавижу ни перекупов, ни салоны, вот эти вообще ненавижу эту... Прям вот... Прям... У меня есть знакомый перекуп, он мне помогал с красненькой. Ну, красненькую я свою очень удачно нашла, прям очень удачно. Прям безумно. Я, ну, говорю, типа, давай ты там представишься моим братом. То есть он единственное, мне там от него помощь нужна была в том, чтобы пообщаться с людьми, там узнать вопросы, как они там за тачкой ухаживали, как обслуживали, какие проблемы в машине есть. То есть у них все равно язык более подвязан, и они подкованы на такого рода разговоры. Вот. Короче, вот так. Но я не люблю вот эти все перекупства, салоны после вот этого вот посещения. Вообще ненавижу теперь. Просто настолько обосрать мою машину, это надо уметь. То есть они мне там говорят, этот ценник просто... Это даже на дроме ни одной такой цены нету, ни на одну такую тачку. А учитывая, что у меня жирная комплектация по салону, учитывая, что у меня S-лайновый кузов, учитывая, что она второго поколения, второго рестайла, и вот такое мне вообще дичь пороть. Пиздец просто... Как вспомню. Вот, да, да, да. Ты прав абсолютно, Лёш. Короче, давайте играть, ребята. Чё тут кидайтесь своими кирпичами? Или, ну, вы, давайте. Или вы уже пенис рисовать собрались? Давайте, давайте. Ну, примерно как-то так он выглядит. Ну не видели просто, Артём. Ну вы уже вы это, штаны отодвиньте, загляните. Штаны отодвиньте. Да. Какие штаны? Ну, в которых вы сидите. Не мои же. Нихуя ты, Саня! Ебать! Давай третью захуять. Давай, давай, давай. О, почти, почти. Кто? Ну, сломай! Своей промежностью, блядь, шаловливый. Ай, приколись. О, смотри, нихуя у него, он прям, блядь, это мастер. Он тренировался толко и упорно. Давай, у кого выше башенка? Давай, давай. Кого выше? За кого болеешь? Будем ставки ставить? Ну, Саня как бы в этом, это смотри, он более продвинутый. Мне нравятся его изгибы тела. Да вообще шикарно. Они говорят о опыте. Они говорят о том, что в нем сидит чужой. Блядь, ну все, ну, хоть это вот кучу посередки разгребите, она же мешает. Но... Не, нормально. Так мы идем или не идем? Да, пойдемте. Кто победил? Закупается? Влад выжил, Влад закупается. У меня после есть. Закупается. У меня что-то еще есть, я добавлю то, что у меня есть. Чисто прям. Yeah. О, блин. О, прямо. Я добавлю то, что у меня есть. Всё, подожди. Ребят, я закупился. Так а. Закупился. Я хотела добавить то, что у меня есть. Ну ладно. Чуть-чуть на себя. Я добавил все. Слишком что далеко, надо. Далеко, далеко. Мальчики там развлекаются, да. У них это. Так, почти правее. Мне кажется, нет. Будет виск, если он сможет третью поставить. Он сможет, я в него верю. Ну давай. Главное верить. Чуть-чуть надо как-то... А сломает. Два зрителя, четыре. Когда два, когда четыре. Бывает еще меньше, бывает ноль. 24? Да. 24. Так, я анонсов особо камеры. Не писала. Готово. На той неделе я... Фича в одну, да?
предупреждала, что это... Ну чё, куда идём? Что меня не будет вообще. Ну, можно в какой-нибудь маленький. Здрасте-здрасте, привет. Ну, давайте. Маленькая страна. Маленькая страна. Ну, давайте в Танглвуд на кошмаре. Нет. Крутая игра, но мало зрителей. А мы играем не круто. Ну ладно. Не кошмар, так. Тут все дело в нас. Да, все дело. То есть не в Кате, дело в нас. Нет, ну. Вот почему не кошмар? Ну. Вот потому что вот из-за таких, как он, никто не смотрит, да? Потому что кошмар. Хотя нет, постой. Ну, может, наоборот, надо ставки повышать все-таки. Давай кошмар. Стрим давай. Лагает, я не знаю, но у меня провалов нету, пропуска ребят. Кадров нет. А Саню не спрашивали его права голоса? Да. Так, ну так интереснее, понимаете? Ну, маленький дом, надо хотя бы ставки повысить. Маленькая страна. Артём, ты сам ready нажимай тогда. Или ты не согласен на кошмаре идти? Я не согласен. Я протестую. Эй, а что случилось? Еще раз, Рэдди. Давай. Мы не очень хорошо играем. Особенно я. Я много пугаюсь, много убираю, много пищу, верещу. Может быть, поэтому не так много зрителей. Большие города... Но маленькая страна. О, у нас в чате есть Рома и есть Артём. В смысле Артём? У нас в чате есть Артём. А Артём, кстати, у нас в команде есть. И он такой: Катя, можно, пожалуйста, больше не будет никаких Артёмов? Да, мы же договорились, бань всех Артёмов. Ну вот видишь, как получилось. Ну так, не... А, кстати, да, насчет кошмара, ребят, у нас довольно весело это. Ну, мы ничего чего? Не видим и ничего не знаем. Ну, нормально. Сбежать, стать кто-то перепил свидетелем. Прошлой ночью. А, и, кстати, электричество даже не отмечено, ребят. Оу. Да и вообще поебать, что пера, что ли? Я значит, в топ на ощупь. По стримам. Это Катя здорово. Топ, Катя, оставайтесь топ. Обязательно, я всегда. Вы написали, что Катя топ. Кость, шкаф есть. Повезло, да. Первый этаж направо от вход. Самая любимая комната. Вот сюда, направо. В которой мы прятались тогда, помнишь? Тут чьи-то ботинки. Визжали. Нюх-нюх. Когда... Нюх-нюх. Кто визжал? Мы с тобой визжали. Мы с тобой всегда визжим. Ребят, ходите прикол, Дэс? Нет. А, ты карту нашел? Опять карты? Нет, лучше. Лапку. Нет. Шкатулку музыкальную. Так, дверь закрывайте, нахуй, Катю не выпускайте. Эй, блин, пиздюки. Катю не выпускай только. Вырубаем все нахер. Стрим, вырубай, гаси стрим. Спасибо, ребят. Это Влад, заходи. А, это призрак. Ой, блять, извините. Влад, извини. Она в гараже? А в гараже, ну идем в гараж. Идем в гараж. Большие га... Блять. Да. Да-да. А где гараж? Либо это тут, точно не гараж. Она стояла, пела. Или вот гараж. Минусовая. Отлично, у нас есть минус. Это не гараж, Кать. Да пусть лежит, она непонятно откуда вам выходила ведь. Она вот отсюда, о. она здесь пела. Вот здесь вот, конкретно в том где-то углу. Раз, блядь. Раз, живет? Это хардбас. Я живу. Два, блядь. Блядь, выпустите! Любил играть, но уже ничего не помнишь. Я помню, мы как-то давно с Артёмом и... Ты злой? Вова играли. А, ответила? Да, ответила. Ответила, хорошо, радиоприемник у нас.
Сейчас хуяк перед Саней дверь закрывает. Ну, как обычно. Я вот помню, мы когда-то давно-давно играли, а потом ребята такие, типа, давай фазму поиграем. И мы заходим, я смотрю, уже все по-другому. По-другому в грузовике, по-другому вообще все везде. Ничего не понятно. Все по-другому. Вообще все по-другому. Ты взял? Стой. Ты обе взял? Нет, одну. А одна была? Да, одна. Лазерный проектор один был у нас? Возможно. Блять, кто закупался? Не я. А кто проверял? А кто проверял? Я вам сказал проверить. Ладно, понятно, все понятно. Ну, у меня есть отмазка, я слушал Катины байки про машинку. Это не отмазка. Это причина. Почему я не проверил? Так, это что за дымок? Это что за дымок? What the fuck? А, вот что за дымок. Что за дымок? Ты не видела? Дымок не видел? Никто, что ли, кроме нас, Слава? Она сделала. А что так темно стало вдруг? Напиши что-нибудь в блокноте. А, я сикнула. А я уже снаружи. Я правую или левую? Снаружи. Пусти Саню. Да, нормально. Саня молодец. А ты чё испугалась? Кать, ты чё испугалась? А дверь закрылась, это ты закрыл? Да я пошутил. Блядь, я думала охота, пиздюки. И быстро по съёмам куда-нибудь шифонер. А я смотрю за тобой, Саня идёт, я такой ещё раз хуяк дверь захлопнул, он за тобой побежал. Ай, бомба, блин. А я такой ещё не понял, а куда вы побежали? Ребят, спасибо большое за подписку. Ой, нихуя, зато соли сколько, блядь, лазерный проектор поставил? Соли вообще до жопы. Датчик движения да, давайте поставим. Ну, половину в Питер увезём соль. А куда лазерный проектор ты поставил? Это призрачный огонёк был? Нет. А куда ты лазерный проектор поставил? Я не ставил. Его же нету. Классная камера. Нету. Верните лазерный проектор мне, пожалуйста. Надо. Поропить, что ли? Ну, у нас... Давай не будем отставать от ребят. Опа, с рассудком все непонятно, поэтому да. Взять. Всё. Какая у меня я видеокарта? У меня 3070. 70 хорошо. Я, получается, себе апгрейдила комп в январе прошлого года, перед тем, как все бахнуло жестко. Мне просто дико повезло. Майнинговый бум? Ага. Вы отпечаток с ноги сфоткали? Отпечаток... Ну так, пусть еще лежит одно. О, блядь! Чё? Я испугался. Кого? Паранойя, паранойя-то. Пытаюсь отпечатки посмотреть, отпечатков не вижу. На машине-то навряд ли они будут. Ой, ну, слава богу, дождик на улице идет. Дождик на улице. Сидишь на 10.50. Слушай, на 10.50, наверное, тяжко. Ты на минималочках играешь. Маленькая страна. Тебе сегодня прям что-то по прикольным песням. Давай что-нибудь другое. Там, где душе тепло и ярко, там, где всегда весна. Это малинки, малинки. О, такие вечеринки. Такие вечеринки. А дальше какие слова? Призрачный огонек все-таки есть. Есть призрачный огонек. Да, я же уже давно-давно говорил. Это Анрио. А о чем вы вообще это говорите про деятельность? А? Что? С видеокартой стримит. Какая видеокарта?
Твоя? Нет, нет, нет. У нас в чате мальчик, который Артём. Угу. У него видеокарта 1050. И 10-50, он с нее стримит. А смотря что он стримит. Ну вот. Пасьянс. Фазму игра лагает. А вот пасьянс не должен лагать. Ну, смотря какие игры, естественно, само собой. Все зависит от игр. Стримишь только CSGO? Ну да, CS-ка она не сильно требовательная. Особенно если там поставить минималочки. Тут тоже можно поставить минималочки. У меня у самого тут выдает на открытых картах 40 FPS. А у тебя какая видюха, Тём? 2070 Asus. Угу. Что там? Кто там пик-пик делает? Что там такое? Ну, ребята в гараже тусуются. Как будто пытаются тачку угнать. Угу. А что они хотят сделать? Сбежать от призрака, достичь рассудка? Ой, а мы задание... Мы не знаем свой рассудок. Мы таблетки выпили и теперь ничего не знаем. Угу. Пошли к ним, что ли? Будешь турнир по Фортнайту играть? Фортнайт — это хорошо. Как Катю заставить Fortnite играть? Я один раз запускала Fortnite, ничего не поняла и заняла первое место в катке. Ну, самый первый раз, да, ты запустила? Да. Ну, там с ботами же первая катка. О, охота! Там с ботами. Это тебе просто никто не мог объяснить нормально. Но у нас с нами есть Влад, он бы тебе подсказал. Он Fortnite играет? Влад, конечно, он во все играет, все, что не прибито. Все твои эпопеи с апгрейдами не увенчались успехами. Слушай, возможно, просто не пришло твое время. Это вот всему свое время. Может быть, чуть позже тебе что-то прям ах, вот такое вот попадется и да, будет прям. Там чуть-чуть видно, как да, сколько видно, у нас там оно просто на рандоме скачет. Оно вот именно рандомное. Оно скачет. Нечего ловить. А жаль, а жаль. Хотел это. Читарнуть. Так, а мне можно вот это уже положить? Ты на кошмаре играешь. Возьми рацию. Я зачем? А, постой, зачем рацию? У нас нужно? Уже все знаем. Мы просто благовонить пойдем, обкуривать а его. А зажигалку взяла? Да, конечно. Идем. Котик валяется. Просто дай нам знак. Ну вот, в соли она надоптала. Маленькие брюнетки и блондинки. Это подвал. Я пытаюсь с ними говорить. Ты туда пошла. Очень страшно. Да пофигу. Дай нам знак. Я в 19-м начала, потом бросила на год. Вот из-за того, что бросила, произошло очень все плохо для канала. Двойка. А чё он хочет? Не знаю. Я хочу понять, это может, близнецы, у них же вроде обговорили, что у них есть обманные. Призрачный огонёк обман? Может, а там может крест есть. Внутрь закинуть? Там есть. Ну так крест уже один внутри, а зачем сгорел, он здесь, да. Я так и не знаю. Я просто окей, положила. Вот если начал стремить, и стрим, и не бросай, потому что перерыв дает свое. Потом очень тяжело реанимировать канал, потому что все отжимают колокольчики, все там. А зачем отжимать колокольчики, если никто ничего не выпускает и не стримит? Ну, черт его знает. Короче, если вот так посмотреть, у меня идет. Нет, фейл. Я благовоньку спалила. Ну ладно, хорошо. У нас Саня ещё есть. Ну поверьте, вы бы узнали, что начинается охота. Я бы завизжал, да. 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 Что-то я хотела сказать. Канал. Да, у меня, короче, якобы постоянных подписчиков там 1200, кто постоянно в сети, кто постоянно там вроде бы как
должны быть где-то на горизонте, но нет. Я не знаю почему. Когда-нибудь, может быть, я это узнаю. Возможно, это еще из-за того, что... Молодой человек, у вас прикурить не найдется? Основной канал дает свое, потому что основной канал музыкальный. У нас тоже найдется. Там очень много англоязычной публики, и когда англоязычные пользователи приходят на стрим, и ты максимум, что можешь сказать, sorry, I don't speak English, but I love you, thank you very much. Что для этого Влад есть. Вот, и как бы людям не прикольно слушать русскую болтовню. Идеально. Им посмотрят и уходят. Вот, может быть, из-за этого еще. Маленькие-маленькие такие вечеринки. Может быть, если бы я не афишировала, что это типа MHM, там трали-вали, кошку драли, вот мой игровой канал. Может быть, по-другому было бы все. Фиг его знает. Она что-то пукнула в гараже. Микрофон только что такой уть. 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 Он сделал уть. Мы даже рассудок еще не посадили. Ну, опа, ходит. Датчик сработал. А куда благовоние у меня в руках. У меня одно. У меня одно. Тебе дать? Одну сожгла. На, на, все, на. Он выбросил, он выбросил. Буду. Ой, блин, так возьми свечу тогда. Буду свечой отпугивать призрака просто. Иди отсюда, вот так буду. Иди отсюда. Она вонючая, вонючая. Да, да, да. Не с церкви. В пятерочке купленная. Интересно, такие работают, кстати, которые есть в пятерочке купить? А я не знаю. Или надо именно с церкви? Хороший вопрос. Надо как-нибудь узнать. Как найти музыкальный канал? Miss Hentai Music. Все очень просто. Как? MHM. Она опять эти шкафы теребит. На шкафы теребит. У кого камера? У кого камера? Нету камеры ни у кого. Я ж... кидывал камеру. Я застрахованный. Привет, привет, здрасте. Ну, за камерой. Да ладно, уже поздно, я думаю. И моя свеча не потухнет, я хожу под дождем. А чем вы все свечу притащили? Можно вопрос? Да блин, ну просто! Ну ей больше нечего брать. Камеру. Камера. Ну блин, господи. Нельзя так. Рассудок не падает от слова совсем. Что-то как это кошмар, не кошмар совсем. А там просто призрак у нас такой. О, горит. О, горит. Горит. Все, я взяла фотоаппарат. Могу тебе с собой поделиться это. Чем? Благовоний. Благовоний? Нет, а Артему фотоаппарат не давать. Я могу поделиться благовонием. Не давайте Артему фотоаппарат. Ну я могу поделиться благовонием. Опа, нихуя много. Надо все следы сфоткать. Вот это тоже сфоткай. А зачем? Нет, этот я фоткал. Сфоткай, сфоткай. Ага. Блять, пиздец. Подожди, она кого с... как это? Это как? Это как? Вообще, это как? Она ж не прерывает охоту. Я ее не смогла сфотать, она мерцает. Не надо ее. А, здорово, Саня! Здорово! Мы, получается, вот как! Да! Втроём! Она же когда убивает, она продлевает охоту! Капец!
Капец! Капец! Серьезно? Офигеть! Ёб твою мать! Вот это мы обосрались. Но зато рассудок. Мы рассудок кокнули. Не смогла я ее зацепить никак. Кать, ты зачем эти снимки потратила на призрака? Артём, ну классно, фоткай. Да блин, ну вот! Я не видела! Ну так смотри на этот, на стойку. Но у меня нету фотки призрака. Нету. Все, вижу, теперь есть. А, вот еще он сразу по съёбам. Вот, наконец-то нашли доказательства. Все, я вижу. А, капец. Это мимик? Мимик? Что? А, я понял. Он же может... Он же может этот... подстраиваться под других призраков. Кого? Он же может выдавать новую информацию о себе. Ёбаный в рот. Это пиздец. Призрак-подражатель, который копирует черты поведения других. Было неоднократно замечено, что рядом с мимиками появляются призрачные огни. Радиоприемник, отпечатки рук и минусовая температура. Но отпечатков я не видела. Ах, капец. Это пиздец. Ты напугался? Да конечно. Катя заходит в шкаф. Катя заходит в шкаф и начинает тебя душить. Через секунду Саня начинает тебя душить. Я все, блядь. Какашка прям выпала прямо. Я такой думаю, ну все, теперь сам себя задушу. Это было дополнительное благовоние. Потом благовоние сжигаю, ну нахуй ее. Блять. Сижу минуту, открываю шкаф, блядь, три тела валяются, три тела, вообще. Ну смешно же получилось. Смешно, там да. Там два скелета в шкафу. Пиздец. Я еще подхожу к двери, и вся комната красный цвет окрашивается. Я первый раз такое вижу. Мне кажется, это... А ты попробуй потом копам объяснить, как это произошло. Психологу, да, потом расскажи, как это все, блядь, происходило. Ой, блядь. Так, ну что, еще? На этом, на кошмаре, блядь. Ну, давайте еще одну, и на сегодня все. Да. Давай, да, мы еще пенис нарисовали. Я позвонил уже, да. А вы видели эту комнату в красном свете? Да, да. У меня как-то раз также комната окрасилась, когда мы карты первый раз раскладывали. Пам-пам-пам. Еще с Антоном, когда были. Каким Антоном? Ой. Ну, который в армии. Да. С этим Антоном. Да. Интересно, как он там? Не знаю. Спроси у него, как он там. Да. Да где же я его спрашиваю? Не куда, знаю. Блядь? На тапочек позвоним. Ну, подождем июня следующего года. А ты куда идешь? Вы куда идете? На Эшфилд Роад. Хорошо. Какой дрот? Так. Ну это, конечно, было эпично, как за одну охоту три тела. Трое, просто троих нямк и все. Кусь-кусь ням. И все. Вкусно было, надо, наверное, надо призраку. Отдельно, оно вообще гашеное, не остановить. Ну. Вы как-то все прячетесь в одно место и. Ага, ты сам последний за нами побежал, все прячутся в одно место. Я бы спряталась в коридоре. Катя такая. Пиздец! Да
Так это пиздец был. Благовоние отпугнул, Катя подбегает, умирает. А через секунду Саня. А я вообще не понимаю, что происходит. Чё-то так не сработало благовоние, по-моему. А ей пофиг вообще. Но она отступила от меня на 5 секунд. И все, а потом обратно хотела вернуться. Я рэди. Я тоже вроде рэди. А нет, вот так рэди. Ох, ну давайте попробуем еще разочек обкакаться в штанишки. Это прям жутко. Жутко страшно. Тара-та-та-тара-т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 а. Хей, тара-та-та-та. Кстати, все проголосовали, что Катя будет рисовать пенис. Нет. Вы будете рисовать. А ты опрос посмотри. Я видела ваши опросы. Это все опросы. Это подстроено, да? Это фейки. Все куплено, все куплено. Направленный микрофон. Конечно, доверяю. Ну вот и все. Покажешь нам, как он выглядит. Как выглядит пенис, а вам обрезан или не обрезан? Давайте еще одно голосование. Господи, мама. Сука, блядь. Да. Все, бери. Это не я сказал, если что. Про что? Ай, господи, боже мой. Ты знал, а вот он уже тут играть идешь. А вот он какую-то дверь тут трогал. Ты знала, с кем ты играть идешь. Да. Да, помню. Вот поэтому, да. Вот поэтому, да. И толчок. Поэтому а тут мы срём. Произошло. А тут мы др. И тут тоже. Тихо. Дро тихо. Тоже. Привет есть. Ква-ква. А твоя как делает, Кать? Моя? Бип-бип. Никак. Она, наверное, это... Как в Крайзисе первом. Максимум защиты там вот это всё. Что-то в подвале самое тепло. О, ребят! О, тут круг призыва. Где подвал? Понял, да, все, выезжаю, вот, выезжаю, вот, просто давай, с двух ног залетает. Так, одну секунду. Мне надо понять, куда мне бежать потом. Призрак на фифианине сыграл на фифианинке. Кто что? Фифианин квакнул. Кто им пианино сфоткай? Минусовая. Минусовая. Два. О, я же говорю, блядь. Минусовая два. Раз. Где два. Тут, ребята, все, я пошел на фургон. Я базарить. Пять. Ты страшный. Ты старый. Нет. Направленный микрофон на... Короче, а вы куда? Напоминайте лихом. Куда? Катя, выходи оттуда! Катя, беги! Бегу! Катя, Влад идет! Я вышла! Я вышла! Успела? Да! Этот суицидник пошел! Подожди, а я не поняла, я здесь. О! Через направленный чё? Микрофон вон что-то. Че, что-то показывает? Показывает, ага. Все, ребит. О, направленный ребит? Микрофон отработал. Отлично. Уже? Да. Выкидывал его. Катя, молодец. Влад, все, пиздай его, Влада. Влад, вы все пизда. О, божечки. Влад. У меня камеры только что барахнули. Все, закрылась дверь? Да, закрылась, ну все, Влад. У нас что было? Минус? Нет? Минус был, да, минус. Минус был, так, да. Хорошо. В рацию надо еще, да, поговорить? Нет, поговорил, ничего. Во-первых. Например. Круг призыва его почему-то решил не сдерживать. Типа я его поджигаю, и он такой, знаешь, появляется и поворачивается на меня и начинает идти. Я такой, ты куда? Ты еще там стоять должен. Ты чуть-чуть.
Постоял. Так. Ну это мелкий. Это микрочел был, кстати. И он мне почему-то еще засчитал взаимодействие, а не фотку призрака, но. Блять, как тебя ставить? У. Откуда. Зачем вот туда ставишь, алё? Зачем? Почему он не на пол? Напиши, на что пол не видно. В блокноте. Напиши. А оно же могло поменять местоположение, вы не забывайте. Понимаю. Об этом. Ну тут все еще минусовое. Могло и не могло. Могло, а могло, не могло. Бурр. Мур. Он снова пиликнул в пианино. Ему нравится играть на пианино. Я ему сейчас въебу, блядь. Давай попробуй. Пианино и двор стреляют в упор. Кстати, где Влад умер? Ку-ку, Влад. Ну я MP2. Блокнот напиши что-нибудь, я, сука. Ой. Ты не будь таким агрессивным. Пожалуйста. Господин призрак, напишите что-нибудь в блокноте. Напишите что-нибудь в блокноте. Три. Троечка. Теперь троечка. Я в фургоне. Что камера показывает? Что камера показывает? Ничего не показывает. Швыряющиеся предметы Влад швыряет, да. Еще. Ого. Тапочку. Влад. Тапочку вонючую кидает. Тапочку кидает. Футфетишист. Так, что мы соль насыпали, да? Распятие бросили. Так, а что у нас? У нас только минус, да? Камера да. Нихуя не показывает, да. Отпечатков я не видела там на окне, на дверях. А на мне? А на тебе? А на мне? Ну, надо я тебя обмацаю, сейчас пойду. А думаешь, на тебе будут отпечатки? Инди было это такой байт дешевый. О! О. Сигналка что ли у машины заработала? Да. Это этот. Это гимн этого дома, ребят. Это не просто сигналка, это гимн этого дома. Там какой-то сейчас мерцало все. Я не пойду туда. А он тут то пикнет, то эту, то машину включит, то дверь закроет. Ну засранчик какой-то там. Мелкий. Что делаем? Ну, надо ну, идти в гараж, наверное, я не знаю. С крест не забыли? Крест еще один, наберите. Я просто вспоминаю то, как я это что-нибудь ловил. Рацию. Скажи что-нибудь рацию. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ты старый. Ты старый? Ты молодой? Сколько тебе лет? Поговори в рацию. Скажи привет, что-нибудь. Привет. Здрасте. Привет. Нет ответа. Дай ответ. Скажи что-нибудь. Отпечатков я не вижу. Как дела? Дела неплохо. Как у тебя дела? Что интересного? Рассказывай. Доставай, показывай. Вот я не сразу. Знаю, что с МП. МП нету. Блин. А кто на кухне свет включал, ребят? Не я. Он на кухне, метался тарелкой и свет там включил. Так, а сам себе MP? Свет а вот включил. МП я положила на место, потому что максимум троечка. Я взял МП, радиоприемник положил на место.
Я взяла благовоние. У меня камера и распятие. Посмотри отпечатки рук еще раз. Ой, я посмотрю. Так, у тебя распятие, мобилка, ой, мобилка, даже с фонарика и чё ещё? У меня... Что это? Третье? А, фотик. У меня тоже фотик. Ты из детского дома, да ты ж зайка. Напиши что-нибудь в блокноте. Что сюда поставить? Может, он не достает? А куда на тарелку ты говоришь кинула? Вот, вот эта тарелка, видишь? Она откуда-то прилетела. А, вот тарелка. Посмотрите, ребят, вот эту тарелку EMP. Нет, не пищит. Нет? Уже истекло просто время. Из гаража идет. Это гениально! Что? Это гениально! Господи, прости! Я зажгла благовоние не вовремя. Все сделала неправильно. А, боже. Где-то шарится это, да, засранка? Вот оно, чудо маленькое. Пошла. И куда? И все. И закончилось. Схапнуло меня. Оно вот идет вот так, вот идет вот так. На тебя тут проходит, смотри. На тебя так проходит, идет дальше за Артемом, обходит диван, идет так, и ты начинаешь тебя душить. Я такой типа, ага. Катя, какая Катя? Катя уже все, Катя со Сладом. А Катя уже все, да. Забудь про Катю, будем новую искать. Опять новую Катю искать. Вышел я на твоем месте, конечно. Все, Кать, мы снова вместе. Мы снова вместе. Эмпи не да. было. А я думал, тебя грохнули. Ну и слава богу. Я вообще думал, куда там, если что, бежать, ничего не поняла, села в угол. Ай, кошмар. А смотри прикол Артема. Смотри, как он. Он забежал сюда. Да? Вот, вот смотри куда, вот здесь сядь, так вот. Ага. Заходит призрак, заходит, проходит тут, разворачивается, выходит. Ага, она не заметила его, короче, даже. Всё. Так, а что у нас по уликам? По уликам все так же, только минус. Так, я фотик на место покладу. Где он его место? Я не знаю, нам уже можно этот таблетки вот вернуть. Да, да, таблетки можно? Уже. О, нихуя, бери две, я тебя угощаю. Игра, фонарик даже здесь карабосит. Фонарик тут карабосит. Там охота, а тут фонарик ебется. Из гаража, да, выходит она? Значит, надо в гараж все перетаскивать. Сейчас он когда дверь там откроет. А, она открыта. Пробегала она, получается, из гаража, и такая по пианино, трунь-тунь-тунь, чтобы мама с папой обокакались. Я беру одну камеру. Точнее, все камеры беру. Я беру камеру. Ладно, я взял. Надо блокнот еще переложить. Кладь. Ёбаная жизнь. Ёбаная жизнь. Блокнот. Ребят, не забудьте блокнот переложить тоже. Да. А где он? А, я поставил. Okay. Напиши, что блокнот! Бежим на улицу. Саня! Распять я поставил. Саня! Я не понимаю, ты клоунада Артема, типа, просто надо спокойно говорить, потому что... О, смотри. Вот смотри, что он тут вот что-то сбросил вот это. Пока хватит. Вот эти два баллончика он бросил. Прикольно. Значит, они не должны просто там лежать. Это какая хуйня. Заметаем улики за призрак? Да. Мы теперь на его стороне. Да.
поставил. Что-то Саня не так поставил, угорают. Так, не смотрит. Офигенный. Саня гений, блядь. Идет исправлять. Нет. Я сейчас сижу, кстати, жую огурец. Ага. Фу, плохо поливаете. О. Так это не наш. Плохо поливают. Нормально, нормально. У меня пока не было, у меня наросло две огромные тарелки огурцов. Нормально, нормально, нормально. Приехала, собрала и все раздала. Сегодня еще тарелку собрала огромную. Готова поделиться? Ну это Димон. Кто у нас? Не лените, да. М? Не лените к соседям, которые тоже готовы поделиться. Артём что-то там думает, что это демон. Они отмечают там, понимаешь? Вот и надеюсь, ты не умрёшь. Так, я рацию взял на всякий случай. Блокнот там внутри лежит. Блокнот лежит. Может написать. А может и не написать. Импи не было. 4 максимум я засек. Отпечатки рук еще, может быть. Может быть, но отпечатков, блин, я не видела. Где они, хуй их знает. Смотри, мы с тобой мертвые, а по нам все равно показывают циферки. Пойду попробую с ним поговорить. Подожди, я возьму вот крест туда брошу. Так оно ничего не показывает, оно так. Ебать, дом такой темный. Ну датчик отрабатывал движение, значит оно шарилось тут ходило. Крест не работает, крест не работает. Пам-парам-пам-пам. Пу. Тут уже минусовой температуры нет. Скажи что-нибудь. А есть. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ты старый? Напиши что-нибудь в блокнот. Опа. Они, наверное, его задолбали с своим блокнотом, вот такой, да отстаньте. Ну, опа, крест. Крест горел. У тебя фотик есть? Нет, есть. А, крест. Есть. Крест сфоткаешь. Он такой поставил, да заколебали вы меня, черти. Нет. О, пошла, пошла, пошла. И Влад в тебя врезалась, походу. Надо было с дороги уйти, что ли. Ну, видимо, ты ей помешал чутка. На-на-на-на. Она в машину, видимо, села. Интересно. Я твой рот шатал. Твой рот, говорит, шатал. Или это уже было? Я не знаю. Скажи что-нибудь, напиши что-нибудь в блокнот. Сколько тебе лет? Ты старый? Ответа нет. Напиши что-нибудь в блокнот. Скажи что-нибудь в рацию. Ответа нет. Ну, появляется она здесь. Значит, это ее комната. Не надо. Выключи, выключи. Пошли обратно в грунт. Подумаем еще, что тут нихуя не происходит. А ты ребят сфоткал мертвых, да? Мертвых ребят. Так. Некрофилы. Вообще кошмар. Ну что, какой-то у нас стеснительный призрак после двух убийств.
Застеснялся. Ну, просто она такая, да, и мне хватит. И двое сойдет. Где ты? Я не знаю, где ты. А где ты? Это два друга, мать, трех, три много. Угу. Три не поместится в доме. Да-да-да-да. А, Артём там вздыхает. А, опа, крест. Крест. Я отпечатки смотрела, отпечатков я не находила. Чего же нету, Фарно? Вот все зажигалки только наши все. Зажигалка одна на мне. Батя, сфоткаешь? Нет, возьми одно, чтобы было. Ребят, зажигалка одна была на мне. Вот, видишь, у ребят как раз зажигалку взять. Я не вижу, что тут. Да, вот где, как кажется, раз. Тут валяется, где-то вот она. В уголочке, возле пуфика. А вот зажигалка вон в углу, вот за подушки. И Катя с водкой. Опа! Поперла, бежит малышка. Тари-та-та! Жопа. Прости, Саня, я не смог. Прости, Саня. Саня, прости. Прости, Саня. Офигеть! Ёпа-мать! Капец! Капец! Саня тоже погиб. Да. Вот близнецы. Обалдеть. Вы зачем в одном углу садитесь? Вы говорили, что не надо. Они просто сели друг друга поддержать, понимаешь? Я поддержал его как акули, он поддержал мои как акули. Все вот так. Все, давайте рисовать. Все, Катя, рисуй, спускайся вниз, я покидаю. Я не умею рисовать. Да врешь ты, обманщица. Все мы знаем. Я не знаю, как это даже давай рисовать. Слева направо рисуй. Ну по памяти. Какой памяти? Ты чё? Для памяти таблеточки нужно выпить, не забывай. Может, там было настолько всё плохо, что она об этом всё забыла? Я бы сказал, но промолчу, а то это уже совсем будет перебор. Ой-ой-ой. Я кеглю тебе одну, наконец. Подождите. Давай. Кеглю наконец? Кеглю наконец. Широкую на широкую. Ты, тебя только дошло? Подожди, а зачем кеглю? Давай сначала выясним, сколько будет у нас палочек в длину. Я не знаю, 16. Я 15. Так, 15? А 15. 15 дощечек это. Ой. По-людски. В сантиметрах. Ну, наверное, 15, я не знаю. Подождите, ракету одна делаем. Одна дощечка — это 1 сантиметр, так? Мы вот делаем ракету изначально. По идее, так. Так, понятно. Да. Блять. Ракета. Я смог? О, нихуя, блядь! Ты посмотри, вот это Саня даёт. Всё. 3 сантиметра. Стоячим в состоянии. Стоячие. Подождите. Красава. Я, блядь, художник от бога. Все нормально, все хорошо, у тебя получается. Да? Ой. Да-да-да. Так. Я ракеты рисую. А толщина ракеты имеет значение? А я не знаю, но главное, чтобы там входило, блядь. Куда входить будет? О, господи, я не знаю, как это делать, чтобы это делалось, блядь, нормально. Ну. Не, ну знаю, говорят, оно неплохо растягивается. Блядь! А. Ну, оно как? Совет дошло.
Совет? Кому? Ну мне хотя бы. Ну мне хотя бы. По растягиванию? Куда, смотри, что Саня делает, смотри, что Саня делает, ебать его не остановить. Ебать, ты чё, блядь, ты чё, нахуй? Ахуй. Так. Четыре. Не шевелись. Вот так. Он четыре уже нарисовал. О, он на себе. Прям. Четыре. Мама, не дыши. Не дыши на неё. Влад, не трись, это шест. Не трись. Стриптиза. О, вот, смотри, Катя, засними эту хуйню. Смотри, как он танцует стриптиз. Тут должна быть это. И кто-нибудь с деньгами идет просто. И тапочку снимает, тапочку. Так, ракета. Ага, ракета. Да я не знаю, ребята. Я не умею рисовать. У меня кривая ракета получается. Ребята, подбодрите художницу, подбодрите. Ракету, блядь, подбодрите. Ракета. Ой. Ракета. Так, все скидываем Кате пример. Пример скидываем Кате. Бафарит, бафарит. Не надо мне вот эти вот. В общий чат. В общий чат все скидываем свою ракету. У каждого есть ракета, я верю. Сейчас, блядь, полный чат дикпиков. Мы все нормальные ребята тут. Узенько получается. Какой-то, блядь, пиздец какой-то. Залупа какая-то. Мальчики. Катя, тихо. Мы все взрослые люди. Мне, может быть, поможет. Так, я хочу посмотреть на Катину лицо. Где оно? А там такой экран. Давай, тащите это сюда лицо Катина. Где оно? Не она надо. Может, вы мне поможете? Мы помогаем тебе морально поддерживаем. Подожди. Я сейчас нарисую, блядь. Еба. Подожди, а может она по памяти рисует то, что у нее в комоде? Да почему по памяти? Подожди. Я не знаю, как. Она это тонет. Это большой палец ноги. А это ноготь. Я говорю, она просто по памяти из комода рисует. Фух. Это класс. Это все сломалось. Влад ходит по нему. Я рисую слона. Слон. Ребята, тут Артём. А. Подожди сюда. Смотри, Кать, как надо. Вот так надо рисовать. Вот так надо рисовать. Это комарик. Кстати, похож. Держится. Вообще на тоненькой. Прям чуть-чуть шатается. Да-да-да. Он, видимо, уже в... В нужном состоянии. У него это судороги. О боже, все, я ничего не буду больше рисовать. Не-не-не, рисуй, Катя. Нет. Все. Еще глаза рисуй. Надо слонику. Глаза. Катя, рисуй. У меня не получается, я не умею. Да прекрасно, все, да мне нравилось. Что? Сука. Что тут прекрасно, блять? Прекрасно. О, смотри, да. Саня уже глазки нарисовал. Знаешь, так это, так знакомо, да, Артём? Вот, ну... Ну, нет, на самом деле нет. Блять, скиньте фотку, сука. Без проблем. Я сама попросила. Да. Никто за язык не тянул. Да, это, сейчас Катя такая поздно, я пошутила. Поздно проверяй почту. Так, вот это я удалю. Ну давайте. А кого ты там удалил? Почту. Проверяй почту. Ну там дощечка одна личная, но. Блять, кошмар. Да пофигу, пусть так лежит. Я внесу свой вклад. Давай, вот. Вноси свой вклад. Вот, вот. Раз. Глаза, или очки. Уносит очки, да. Как, сука, у нас... Мисс Хентай Мьюзик. Ой, блядь, прости, я забрала своего этого. Так, одно должно... Один глаз больше другого, потому что он косой. Варикоцели, блядь. Он косой, слоник.
Ай, сука. Ладно, да. Влад! У меня к тебе вопрос, как к тарковчанину. Жди, жди. А ты готов был бы пожертвовать правым яичком, чтобы стать богом Таркова? Нет, я и так в кусты могу сесть. Блядь. Так, ну личные элементы лишние. Личные элементы. Вот это да, в сторону, чтобы не мешалось. Не, ну, Лёша в целом напоминает. Да. Фух, надо сделать фонтанчик. О, давай кеглю, давай кеглю. Ой, блядь. Ой, блядь. Фонтанчик делай. Ты просто раскидай их вот вдоль этой стены, типа. О! И сюда тоже. И на лицо тоже. Да, бля. Нормально фонтанирует. Не так. В ряд, пацаны, в ряд. Очередь имеешь в виду? Они катаются, они катаются. Пускай, они живые. Ну все правильно. И на стену тоже вот. Боже мой. Перевернулся. Стой. Не, он упал все равно. Фотографироваться будете? Катя, как художник, как автор, мастер. Нет, 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 я вас сфоткаю. У меня же уже там целая коллекция всяких. Сиси-писи. Ну вот иди, как раз пополнится еще одной. Нет, идите, садитесь рядом с ним. Саня уже сидит на нем. Саня первый. Саня первый. Не, можно вот, если хочешь, можешь вот сверху вот на этого комарика. А, господи. Давайте, садитесь и 3-4 улыбочку. Ладно. Саня. Ладно, кись-кись-кись. А, не, я хочу Катю сфоткать. Ну, сейчас вы сфоткаетесь, и я сяду сфоткаюсь. Все, улыбочка. Сиськи. Сиськи. А, подожди. А я же... А, F12. Все, я забыла, как принтскрин делать. Я забыла, где клавиатура. Вообще. А мне что, куда сесть? Бери тоже ребеночка. Брать ребеночка? Ребеночка. Присаживаться. Угу. Вот так, нормально? Вот, сфоткай потом я... А, Саня тоже там участвует. Всё, я сфоткаю. Подожди. Опа, опа. Красиво, красиво, красиво. Красиво. О, господи, надо это опубликовать. Ну, мы... В следующий раз надо решить, что мы будем. Мы же котика решили рисовать. Котика? Дальше. Ну, киску. Киску? А, ну, правильно, да? Она рисовала... А, все, все, все. Я поняла. Так, ну что, наверное, надо прощаться, гасить трансляцию. Возраст не тот. А что там, что там, что там? Ой. Да, не рофлят над тобой. Надо мной? А что, подожди, что не так, я не понимаю. Что-то он упал у Сани. Ой, извини, сломал. А подождите, у Сани упал? Яичко оторвал. Давай его раскидаем. Что ли? Сломаем все, все сломаем. Прах империи. Я империю построил. Писюнявную. Так, Катя рисовала, мы с Владом рисовали. О, нифига. Саня нарисовал тоже писюн свой. Ну, молодцы, все, все молодцы. Давайте прощаться.
Все, я рада была с вами сегодня встретиться и поиграть. Завтра я днем не смогу завтра поиграть. Уже с вами, получается, поиграем в пятницу, в следующую пятницу, субботу и, может быть, в воскресенье там посмотрим. Хорошо? Да? Вы киваете, да? Ну, вы говорите со мной. Да. Кивают. Говорим. Кивают. Сидят, кивают. Хорошо. Значит, рада была со всеми сегодня повидаться. Всем спасибо, кто присутствовал на трансляции. Всем чмоки-чмоки в обе щёки. Мальчики, попрощайтесь. Да? Да. У вас такие интересные прощания сегодня. Это вы попрощались, да? Да. Да, кивают, да. Да, да. Ладно, все, всем пока, до встречи на просторах интернета.